Друзья, мы рады приветствовать вас в клубе путешественников «Спортмарафон». Сегодня с нами Антон Свешников, опытный гид, путешественник, каякер, автор первого в России путеводителя по водным маршрутам. Вам слово. Так, ну что ж, меня слышно, я так полагаю, да? Меня тут нацепили такую штуку, вот, и теперь меня точно должно быть слышно. Вас сегодня достаточно много, очень рад всех видеть, всем добрый вечер. Всем интересно, тема безопасности на сплаве, как ни странно, с каждым разом становится все более и более актуальной, все более и более интересной народу. Как уже сказали, меня зовут Антон Свешников, и почему именно я читаю вам эту лекцию? Ну, у меня примерно 20 лет, опыт сплава примерно 20 лет, из них 10 последних я занимаюсь каякингом, до этого 10 я сплавлялся на катамаране. Я являюсь единственным в нашей стране инструктором Международной федерации рафтинга. Это значит, что я могу учить и сертифицировать рафт-гидов. Я веду курсы безопасности на бурной воде, Whitewater Rescue School. Я участвовал и в качестве жертвы, и в качестве спасателя в достаточно большом количестве спас-работ. И многие из них можно по праву назвать сложными. Но, в общем-то, именно поэтому сегодня весь вечер на арене Антон Свешников. Я. Думаю, многие из вас, кто много сплавляется, не услышат за сегодня ничего нового, потому что безопасность на сплаве — это такая штука, которая, ну, достаточно, скажем так, традиционно, да, достаточно редко меняется и так далее. Но, тем не менее, все равно послушайте, никогда не поздно лишний раз в разгар сезона лишний раз поговорить о безопасности, что-то вспомнить, что-то освежить в памяти, что-то уложить в общую систему. Ну и, в общем-то, лишний раз повторить, лишний раз посмотреть друг на друга и классно провести вечер. Вот, не футбол же смотреть, в конце концов. Плохая новость. Начнем сразу с плохой новости. Лекции не работают. То есть не думайте, что вы сейчас меня послушаете, все поймете, покиваете, согласитесь с чем-то или не согласитесь, и после этого ваш сплав сразу станет резко гораздо более безопаснее, и вы героически всех спасете, тех, кто не послушал лекцию, где-то накосячил. Как показывает предыдущий опыт подобных мероприятий, люди соглашаются, кивают, а потом делают все наоборот и влипают в ужасные приключения. Однако, почему я все-таки это делаю? Да просто потому, что моя задача во время этой лекции — заставить вас всех задуматься и дать некоторое направление, в какую сторону вам нужно двигаться, что нужно тренировать, на что нужно обратить внимание. Заодно заострить внимание на некоторых вещах, на которых обычно в туристической тусовке, ну, редко обращают на них внимание. Давайте начнем с небольшого соцопроса. Кто на чем сплавляется? Катамараны? Очевидное большинство. Каяки? Прочие? Рафты? Отлично. То есть большинство у нас водных туристов, немножко каякеров и немножко всех остальных. Отлично. Погнали. Значит, смотрите, наша лекция, она будет состоять из двух частей. Сначала мы поговорим о очень таких высоких и теоретических материях, а потом перейдем к более конкретным приземленным вещам. В процессе нашей лекции я, в общем, буду показывать некоторое количество всяких интересных роликов и слайдов о любви к родине. Ну и начнем мы, собственно, о высоком, о том, что я назвал философией сплава. Начнем с того, что вот мы все занимаемся, да, сплавом по бурным речкам, и нам в целом с этим уже очень повезло. Просто потому, что по статистике наше занятие относительно безопасное. Ну, просто по статистике альпинизм, фрирайд, маунтинбайк, бейсджампинг и даже, прости господи, баскетбол, ну, гораздо более травмоопасные вещи, чем то, чем занимаемся мы. Утонуть и получить сложную травму в нашем занятии, ну, надо, скажем, прямо постараться. Но это не значит, что это совершенно невозможно. Это возможно еще как. В нашем деле всегда присутствует риск. Ну, просто потому, что движущаяся вода — это не совсем пригодная среда для жизни и обитания человека. Все-таки мы не в лососе. Риск — это неотъемлемая часть нашего занятия. Если в какой-то прекрасный момент, ну, не знаю, будет придумано какое-нибудь чудесное техническое средство, которое возьмет риск и полностью его выключит, то мы получим аттракцион. Ну, как бы сколько раз классно прокатиться на американских, ну, один, ну, два, ну, три, но потом надоедает. Риск — это неотъемлемая часть нашего занятия, которая, в общем-то, и приносит ту самую перчинку, которая делает его особенным. Именно отчасти, именно поэтому мы сплавом и занимаемся. Если риск убрать, то, в общем-то, ну,
многие из вас, многие из нас из него быстренько разбегутся. Об этом надо помнить всегда, что риск утонуть или травмироваться, он присутствует. Он присутствует всегда. Помните об этом, когда вы занимаетесь сплавом, что в каждый конкретный момент времени, на каждой конкретной речке, независимо от того, какой она сложности и насколько она отдалена от города, в общем, всегда есть возможность сделать что-то не так и получить очень серьезные последствия. Хорошая новость состоит в том, что риски в нашем занятии, они, в общем-то, очевидны и вполне легко контролируемые. И вот этот вот самый уровень риска, который мы берем на себя, мы в состоянии выбирать самостоятельно. Именно мы решаем, на какой маршрут мы пойдем, с кем мы пойдем, как мы его пойдем, обнесем мы какой-то порог или проедем его, когда мы это сделаем, в какую воду. В общем-то, наши риски в сплаве легко контролируемы, но если мы подходим к порогу и видим такой характерный урез верхушки елок, торчащий из-за него, ну, а вполне очевидно, что что-то не так. Если мы видим огромную бочку с такими ужасными спецэффектами, ну, то значит тоже, наверное, эта штука более-менее опасная. В альпинизме, например, все не так. Там или во фрирайде риски гораздо более скрытые, и тот склон, который никогда не сходил, может, там, в течение 100 лет или всей истории его наблюдений, в один прекрасный момент по нему тоже сходит лавина. Поэтому там риски гораздо более сложно предсказуемые, в отличие от того, что происходит у нас. У нас все гораздо лучше, проще и понятнее. Уровень риска зависит исключительно от нас. Несчастных случаев на воде, ну, их просто не бывает. Как правило, это цепь маленьких незначительных ошибочек, которые цепляются одни за другую и в конце концов приводят к очень тяжелым последствиям. Давайте второй небольшой соцопрос. Зачем мы занимаемся сплавом? Я сейчас беру не вот поход как комплексное мероприятие, а вот именно сплав по бурной воде. Для чего мы это делаем? Удовольствие, еще варианты. Чтоб пешком не ходить. Еще варианты. Самоутверждение, еще варианты. Неплохой вариант, еще. Пейзажи посмотреть. Но смотрите, все, что я сейчас рад, что я не услышал таких вещей, которые время от времени попадаются, например, вписать свое имя большими коричневыми буквами в историю водного туризма. Да, безусловно. Или там мочкануть самый сложный порог, войти в книгу рекордов Гиннесса, там выиграть чемпионат мира по водному туризму. Вот все, что вы сейчас перечислили, я очень рад. Можно запихнуть самое первое определение. Мы занимаемся сплавом для удовольствия. Мы не боремся с мировым злом, мы не защищаем наши семьи, мы не изобретаем лекарства от рака, мы не исследуем другие планеты. Мы не делаем ничего на самом деле важного для всего остального человечества. Ну, всем плевать, грубо говоря, да? Ну, сами посудите. Но мы делаем то, что важно именно для нас, и то, что делает нас такими, какие мы есть. И то, что мы делаем именно для удовольствия. Вот, а теперь, внимание, вопрос. Зачем рисковать жизнью ради удовольствия? Ну, я вот, например, люблю мороженое. Я очень сильно люблю мороженое. Готов ли я рисковать жизнью ради мороженого? Ну, нет, не готов. Да даже если оно последнее в мире. Ну, не будет, значит, не будет. Зато я буду. Нет, не готов. В общем, со сплавом такая же история. То есть, зачем рисковать жизнью ради удовольствия? В общем-то, это значит, что нужно сделать все, чтобы свести риски к минимуму. Как ни странно, попадаются люди, которые... Ну, вот совсем недавно в интернете я прочитал такую штуку от чувака, который ходит достаточно ужасные вещи на катамаране, и он написал такую вещь, речь зашла о страховке, что я уже 20 лет занимаюсь сплавом и никогда не страхуюсь, и за эти 20 лет я так и не научился плавать. Ну, потому что я считаю, что так лучше, чем от водки и от простуд. Ну, мне кажется, этому человеку неплохо бы обратиться к доктору. Это вторая вещь, которую ему нужно сделать. А первая — это поставить в известность его друзей, с которыми он этот сплавляется, что вот в один прекрасный момент этот человек может взять и убиться, и подставить всех остальных. Ну, в общем, я рад, что ни от кого здесь я не услышал ничего подобного. Это прогресс, это победа. Смотрите, безопасность... Она бывает активная и пассивная. Это распространяется, в общем-то, хоть на езду на автомобиле, хоть на сплав, хоть на прыжки с парашютом, на все на свете. Пассивная безопасность — это то, что снижает риск без нашего непосредственного в этом участия. Ну, в водном туризме или в сплаве — это снаряжение, например. Или грамотное решение остаться дома и посидеть на диване. Активная безопасность — это набор личных навыков и умений, которые и физических характеристик, которые позволяют
избежать аварии, или если авария уже все-таки случилась, то из нее безболезненно выбраться с минимальными потерями. То есть, грубо говоря, если так упростить, то первое — это снаряжение, второе — это навыки. Одно без другого, в принципе, ну, не работает. Ну, просто потому что мы же не пойдем в порог без каски и спасжилета. Ну, это тупо. И мы не пойдем там в сложный порог, где можно хорошенечко заплыть, не умея плавать. Очень часто, однако, активная и пассивная безопасность находятся в таком диалектическом единстве-противоречии такой, инь-янь водного туризма. Мы об этом поговорим дальше, когда будем говорить про снаряжение. Какая безопасность лучше? Да, очевидно же, что обе. Ну, однако есть такая важная, в общем, штука, которую очень неплохо бы запомнить. Пассивная безопасность никогда не может компенсировать отсутствие навыков. Какая бы у вас супермодная безопасная машина ни была, оборудованная всеми возможными подушками безопасности и силовыми каркасами, если вы не умеете водить, но при этом втопите 180, ну, скорее всего, эта штука вас вряд ли защитит. То же самое с водным туризмом. А вот хорошие навыки, они в какой-то степени позволяют избегать попадания в неприятные ситуации или компенсировать недостаток активной безопасности, но только в какой-то степени, никогда не полностью. Вот, теперь мы поговорим про навыки и умения. Вот смотрите, допустим, ну вот вы меня никто не знаете, я пришел к вам и говорю, я хочу пойти с вами поход на сложную речку. Что вы меня спросите? Опыт еще. Надо смотреть еще. Рекомендация. А что вы спросите? Рекомендация. В рекомендации. Ну, что вы спросите у руководителя? Опыт. Еще будут варианты? Пригласим на тренировку. Еще. Вот смотрите, мы сейчас несколько раз услышали опыт. Физическая подготовка. Хорошо, что несколько раз мы услышали, что спрашивать нужно смотреть. Хорошо, что мы услышали пригласить на тренировку и там посмотреть. И физическая подготовка. Смотрите, опыт — это вот такое заблуждение, которое цветет и пахнет в сплаве в России на бурной воде. Это переоценка значения опыта. Ну, отчасти это пришло из МКК и всего остального, когда единственный способ оценить квалификацию человека ввиду отсутствия системы соревнований и тренировок — это вот посмотреть справки. Ну, или там спросить, или вот узнать руководителя, что им находил. Смотрите, не надо переоценивать опыт. Опыт, он может в жизни только накапливаться. То есть вы прошли речку, там, бах, выросли чуть-чуть. Прошли следующую речку, бах, выросли. Потом пропустили 10 лет, опыт типа никуда не делся. Потом опять прошли еще одну речку, опыт как будто бы еще повысился. Опыт, он только повышается. В реальной жизни так не бывает. Я вам приведу такой простой пример. В 2009, то ли 2008 году я оказался на Нижнем Башкирском и, в общем-то, в коммерческом туре. Я проплыл в Нижний Башкаус, но это было все время, я был все время в ужасе. У меня вообще волосы шевелились на всех местах. Я там перевернулся в каждом пороге, это было все на каяке. В некоторых порогах я сделал это по нескольку раз. Я, в конце концов, вылез из лодки, эта лодка сломалась, мы ее кое-как залепили с горем пополам. Я, в общем, оказался на финише. Я прошел Нижнее ущелье Башкаус, это солидный опыт. Готов ли я был повторить это мероприятие? Нет, не готов. Следующий пример. Прошло буквально каких-то лет 7-8. К тому моменту я уже прошел Башкаус по-настоящему, когда я мог это повторить. У меня был огромный опыт путешествий во всяких разных местах, а потом я получил травму. И отправился, значит, ее лечить. Мне вкрутили 2 болта в плечо, и 3 месяца я дома занимался тем, что разрабатывал ручку с эспандером. Вот. Куда делся мой опыт? Да никуда он не делся. Опыт как был, так и остался. Ого-го. Вот. Всем на зависть. Руководители, у которых вы бы спросили, они бы порадовались. Я после этого, через 3 месяца после операции, я оказался на речке примерно класс-2 в Непале. Сел в лодку и поехал. Ну, в общем, могу сказать, что вот в тот момент, кроме вот этого самого класса-2, я был не готов ездить ничего. Смотрите, опыт, он только накапливается. А по-настоящему реальное значение при определении готовности к сплаву ваших друзей, там, людей, которые с вами собираются, имеют другие вещи. Как это было сказано, это физическая подготовка и техника. И все это прекрасно видно, если съездить вместе на тренировку
ссылку, если запросить какое-нибудь свежее видео у товарища и так далее. Потому что что техника, что физическая форма, они, в отличие от опыта, могут как набираться, так и теряться. Ну, посидел ты вот в каякинге, например, там месяц на диване, и у тебя твоя физуха и твоя техника резко так упала вниз. А там, если ты зиму провел, ничего не делая, то оно прям вообще все вниз до плинтуса упало. Вот, на самом деле, при сплаве на катамаране происходит все точно то же самое, просто за счет большой устойчивости судна и большой пассивной безопасности вы этого не чувствуете. На самом деле, это все работает точно так же. Ну, сами вспомните, вот как после зимы вы себя чувствуете на первом сплаве. Ну, так себе, да? Согласитесь. Ну, хотя начнем хотя бы с этого. Не надо полностью отвергать опыт. Все-таки, да, опыт — это такая важная штука, он обязательно должен быть включен в общую картину при оценке вашей собственной готовности к сплаву, но он должен идти где-то вот дальше, за техникой и физической подготовкой. Вот, с техникой и физической подготовкой все просто. Их нужно брать и поддерживать. Их нужно растить, нужно их поддерживать, потому что они бывают раз и теряются. Смотрите, в каякинге, что в водном туризме, от очень многих людей я слышу такую штуку, что вот сейчас я пройду речку второй категории сложности, осенью пройду речку третьей категории сложности, а уже на следующий год четверочку и пятерочку, а потом шестерочку, и вот прям получается такая лесенка, по которой человек старается пробежать как можно больше. 1, 2, 3, 4, 5 — умереть достойно. Вот это вот увеличение скорости маршрута, а соответственно и связанного с ним увеличение риска, оно, в общем, навязывается нам, во-первых, желанием похвастаться, желанием произвести впечатление, отчасти системой соревнования. Ну, в общем-то, это, конечно, в человеческой природе, но тем не менее. На самом деле, чтобы получать удовольствие от сплава, совершенно не обязательно лезть на самую-самую сложную речку с самыми-самыми большими порогами. Совсем не обязательно увеличивать квас сложности и делать это чем быстрее, тем лучше. Ну, нравится нам вам в Карелии плавать? Ну, превосходно. Вот пока вам не надоест, плавайте в Карелии. Нравится вам ходить пороги четвертой категории сложности? Ну, если вам страшно, то не обязательно совсем лезть в пятерки, шестерки и так далее. Главное же в сплаве получать удовольствие. Смотрите, я знаю много каякеров, много хороших каякеров, но всего людей, которые по-настоящему получают удовольствие от сложного сплава квас, я знаю людей, которых, наверное, ну, человек 20, наверное, ну, не больше. Вот. А людей, которые сплавляются по квас 5, я знаю гораздо больше. Они делают это вот как бы на морально-волевых качествах, не получают этого большого удовольствия. Погоня за увеличением, сложности зачастую опережает навык рост квалификации, навык физухи, навык техники и приводит к приключениям и жестким уборкам. Именно по этой причине у меня два металлических болта в плече. Просто в один прекрасный момент я оказался в Чили, слегка потянул плечо и подумал, блин, я же в Чили, тут же надо плавать, какой пропускать сплавные дни. Сейчас еще уровень воды классный, вот в этой вот речке Невада, с которой я всегда хотел посетить. Она сложная, классная, сейчас я ее дерзко мочкану. Ну и, в общем-то, в один прекрасный момент я вылетел с высокого слайда, пролетел 4 метра по воздуху и воткнулся лопаткой весла в камень, и плечо выскочило. Вот, оно, конечно, встало на место, но там спустя год оно выскочило второй раз, спустя 2 месяца третий раз, а потом я отправился к хирургу, и он сказал, ой-ой-ой, давай-ка, добро пожаловать в клиенты в мои. Вот, поэтому делайте то, что вам нравится. Ну вот надоело вам сплавляться в колени, ну можно попробовать там что-нибудь посложнее, потихонечку, аккуратненько. Но не надо делать сложные вещи только потому, что это круто. Опять же, среди каякинга, среди каякеров, ну и отчасти среди водных туристов распространен такой, в России, распространен такой миф, что решающее значение в крутости вашего сплава является боевой дух, что секрет хорошего сплава, он вот в таких вот железных яйках. Вот типа вот сейчас я разберусь со своим страхом, вот прям загоню его поглубже и сделаю вот, мочкану самый страшный порог. Смотрите, иметь железные яйки, конечно, очень круто, но очень часто страх показывает нам, намекает нам достаточно прозрачно о том, что мы к чему-то не готовы. Люди боятся, люди плохо сплавляются не потому, что боятся, они боятся, потому что плохо сплавляются. Мы боимся, когда мы не знаем, что с нами произойдет. Это такой очень хороший показатель, что вот мы выходим и такие, ой-ой-ой, что-то у меня во рту пересохло, и коленочки трясутся, и как-то, в общем-то, я себя чувствую неуверенно, и волосы у меня зашевелились на всех местах. Это прям явный признак того, что вы подошли к порогу, который,
находится слегка выше вашего уровня возможностей. Да, конечно, можно себя уговорить, собрать волю в кулак, и вас, возможно, даже безаварийно пронесет через этот порог. Но получите ли вы от этого удовольствие? Ну, в конце, конечно, вам будет очень здорово, что вы перебороли собственный страх, но вот до и в процессе — нет. Ну и зачем делать то, что не приносит удовольствия, а вот это приносит только вот это липкое чувство страха и трясущиеся коленки и ватные ноги? Ну зачем? Осознайте, что ответственность за вашу жизнь, она лежит только на вас. В общем, никто другой не несет за вас никакой ответственности в процессе плава, потому что если что-то случится с вами, это случится с вами, а не с теми людьми, которые как будто бы несут за вас ответственность. Я много раз видел, как это работает в туризме, например. Приходит группа в МКК и говорит, мы хотим проехать тот маршрут. Ну, те такие смотрят справки, такие говорят, ну, вроде все нормально, вроде можно. Вроде у вас все получится, давайте, идите. И человек такой думает, ага, в МКК же сидят, ну, как бы, хорошие, грамотные люди, они мне разрешили. И он раз переложил кусочек ответственности на них. Потом он говорит своему руководителю, знаете, я что-то вот немножко волнуюсь, я на такие вот речки еще такой категории не ходил. А руководитель говорит, да не волнуйся, я там был уже на этой речке, ничего не будет, все будет нормально, короче, поехали, вот, мы тебя посадим, экипаж посильнее, все будет хорошо. Человек думает, руководитель разрешил, значит, все со мной будет нормально. Он переложил еще капельку ответственности на другого человека. Приходят они к порогу, и вот в экипаже совещаются, типа, ой-ой-ой, тут что-то какая-то линия сложная, какие-то бочки огромные, бревна какие-то. А капитан говорит, ладно, сейчас мы вот тут линию попроще выберем, погребем посильнее, и все будет в порядке. Вы, главное, меня слушайте, в общем, а я знаю, что делать. Человек переложил еще немножечко ответственности на другого человека. Ну так вот, если что-то пойдет не так, и вот этот вот человек, о котором мы говорим, возьмет и утонет, ну вот всем тем, на кого он переложил ответственность, возможно, им будет хуже спаться. Возможно, их будет мучить совесть. Но утонет-то тот самый человек, который, в общем-то, перекладывал ответственность. Это также работает в каякинге, когда, в коммерческом, например, когда люди вписываются в какой-нибудь тур, и недобросовестный гид, ему же нужно как бы деньги зарабатывать, говорит, ладно, ладно, тут у тебя вроде опыта не хватает, но там обнесешь что-нибудь, в общем, я тебя, если что, подстрахую. И человек такой, ну ладно, он же гид, он же классный, он же знает, я ему денежку заплатил, все в порядке. Ну, утонет-то в конце концов не гид, с гидом-то все будет хорошо, он же опытный, он же знает. А утонет, в общем-то, тот человек, который перекладывает ответственность на чужие плечи. Ни МКК, ни ваши родственники, ни ваш руководитель, ни ваши напарники. На самом деле напарники по катамарану как-то могут нести ответственность, но давайте будем считать, что нет. Не несут ответственность за вашу жизнь, потому что это ваша жизнь, и именно вы должны решить, какую степень риска принять на себя. Просто потому, что в случае чего что-то плохое может случиться с вами. А все остальные люди, они ну, просто физически не могут за вас нести никакую ответственность. Думайте всегда своей головой, никогда не перекладывайте ответственность за собственную жизнь на чужие плечи. Принимайте решения самостоятельно. Ну, сейчас вот о высоком, в общем-то, все, скучная часть кончилась, сейчас начнется часть подинамичнее, от высокого к низкому. Как сделать свой сплав безопасным и интересным? Главная проблема сплава в нашей стране заключается в том, что вот мы все живем и зарабатываем достаточно для сплава денег в крупных городах. И до ближайшей хорошей речки у нас здесь, ну, тысячи километров, наверное, из Москвы, если Акуловку не брать. В общем-то, я тут не так давно подумал, что выбирая какой-нибудь спорт, каякинг — это самый, наверное, неправильный и самый неочевидный выбор, потому что будет тратиться куча времени и денег просто на то, чтобы добраться до того места, где можно покататься на этом самом каяке. То же самое с катамаранами. У нас нет возможности заниматься тем, что мы любим, после работы. У нас нет возможности заниматься тем, что мы любим, по выходным. Если бы у нас, вот, не знаю, там в 70 километрах от Москвы была бы речка класс 3, у нас бы с безопасностью вот в нашей московской тусовке все было бы прям гораздо лучше, просто потому что мы бы занимались сплавом на своих любимых судах настолько часто, насколько бы у нас хватало собственной мотивации. В выходные, после работы или еще как-то. Я знаю такие места, где от крупного города садишься на такси и едешь примерно минут от 15 до 40 и оказываешься на офигительной речке. На речке, которая прям ох. И вот, значит, на этой речке я смотрю на человека, который только что, по моим скромным представлениям, выполнил трюк такой крутости, который просто возносит его
уже до полубога. Я подхожу к нему и говорю: чувак, сколько времени ты занимаешься сплавом на крике? Он такой: два года. Я такой со своими там 20-ю такой: а как же так? Он такой: да как же так? Я вот живу на этой вот городе, на этой речке, и катаюсь после работы, а сезон у нас длится почти весь год. Конечно, у него такой огромный накат, у него все в порядке, что с физухой, что с техникой, что с опытом. У него есть возможность заниматься каякингом тогда, когда он хочет, столько, сколько он хочет, там чуть не каждый день в году. У него все будет хорошо. А вот у нас в Москве такой возможности, к сожалению, нет. Поэтому мы лишены такого вот классного ништяка, но, в общем-то, у нас тоже есть выход, что сделать с тем, чтобы сделать свой сплав безопаснее. Ну вот сколько у нас получается времени проводить на воде в год? Ну вот, считайте, сколько это в целом в год. Это, ну, это прям совсем крохотное количество. Поэтому, в общем-то, с этим нужно что-то делать, я вам сейчас расскажу, что. Итак, ваша безопасность, она начинается еще задолго до того, как вы оказались на речке. Она начинается до поездки. Займитесь для начала своей физической формой. Как-то раз в школе туристической подготовки Перовского турклуба я подошел к инструктору и сказал: дружище, а вот альпинисты тренируются, горники тренируются, велосипедисты тренируются, спелеологи тренируются, а мы-то почему не тренируемся? На что человек так глубокомысленно вздохнул, посмотрел мне в глаза и сказал: водники не тренируются, водники копят спортивную злость. И он, черт возьми, не шутил. Займитесь своей физической подготовкой. Если вы не можете пробежать 10 километров в течение часа, или если вы мужчина и не можете подтянуться 10-15 раз, вы очень сильно рискуете. Просто потому, что ваше тело может оказаться не готово к тем приключениям, в которых вы можете оказаться на сплаве. Займитесь любыми циклическими видами спорта. Бег, велик, гребля, зимой лыжи, гладкая гребля, там, не знаю, грибной слалом на Яузе. Вот. Это, конечно, не бурная вода и воняет там не очень, но все равно это лучше, чем ничего. Вот это все сделает ваше сердце, сделает вашу кровеносную систему и ваши мышцы готовыми к жестким приключениям. Специальная физическая подготовка. Не все можно прокачать цикликой. Летом сядьте в каяк, независимо от того, на каком типе судна вы сплавляетесь. Вот просто сядьте в каяк и попробуйте на сходне, на яузе. Слалом под присмотром тренера, даже на гладкой воде, очень здорово продвинет вашу специальную физическую подготовку и вообще ваш уровень сплава. Зимой грибная яма. Ну, я не очень небольшой сторонник бассейна для каякеров, после того, как вы отучились делать эскимосский переворот. А вот грибная яма, ну, по сути дела, это бассейн, в котором ты сидишь там в своей посадке, либо как на каяке, либо как в каноэ или на катамаране, и под четким присутствием тренера ты закачиваешь специальные группы мышц, которые отвечают за твою греблю. Я, например, открыл для себя бокс. Оказалось, очень похоже. Механика движения примерно такая же, скручивание корпуса, плюс за каждую свою ошибку приходится платить. Все по чесноку. Вот, адреналин присутствует в должном количестве, что тренирует как бы адаптацию организма к нему. Пройдите курсы первой помощи. Их сейчас полно, они разные. В общем, я проходил курсы Красного Креста. В общем, это та штука, которую нужно сделать. Если вы занимаетесь любым видом аутдора, у вас есть совершенно не нулевой шанс того, что эти навыки вам когда-нибудь понадобятся. Сходите пару раз на скалодром. Плохой каякинг или плохой сплав на катамаране очень быстро переходит в хорошую греблю с последующим хорошим скалолазанием. Ну, просто научитесь перемещаться по сложному рельефу. Вон, люди смеются, они знают. Это плюс к тому, что вы делаете в рамках ваших как бы там туристических школ, туристических подготовок и всего остального. Это вклад в вашу активную безопасность. Переходим дальше. Этап разработки маршрута. Неважно, являетесь вы руководителем, участником, или у вас в группе царит анархия в хорошем или плохом смысле этого слова, вы обязаны узнать о вашем маршруте абсолютно все, что только можно. А не только цифру категории. Не перекладывайте ответственность за собственную жизнь на руководителя. Вы должны выучить наизусть карту, вы должны найти максимум информации о маршруте. Не только отчеты, но и видео. Сейчас, благодаря интернету и GoPro, можно найти видео всего чего угодно. Это здорово. Вы должны найти и узнать пути отхода, должны посмотреть гидрологические графики за много-много лет и многое и многое другое. Помните же историю про Ерункаш? Все помнят. Вот когда одного из этих чуваков нашли, он сказал такую фразу, может быть, он, конечно, утрировал, но что-то я в этом крупно сомневаюсь. Он сказал: если бы я видел карту до того, как я отправился на эту речку, я бы сюда не пошел.
Он понятия не имел, куда он идет. Юрункаш — это речка в Китае, в Синьцзяне. Когда туда отправилась очень сильная, по опыту, группа катамаранщиков Черника. Вот. В один прекрасный момент они наконец-то приплыли в бочку, которая казалась достаточно большой для того, чтобы перевернуть оба их огромных катамарана. В первом несчастном случае погибли двое, в том числе руководитель. Оставшиеся четверо сели на поломанный катамаран, поплыли дальше, доплыли до второй такой бочки. На двойку, да, вчетвером. Доплыли до второй такой же бочки. В общем, двоих чудом нашли, просто потому что тогда была удачная политическая обстановка, чтобы вместе с Китаем провести невероятно дорогостоящую и масштабную поисковую операцию. А двоих так и не нашли. Соответственно, из шестерых осталось двое, и вот один из этих двоих сказал: если бы я видел карту, я бы на эту речку не пошел. Так почему же ты не видел карту? Отлично это работает, опять же, в коммерческом каякинге, когда люди... Они даже название рек зачастую не узнают. Ну, я же иду с гидом, гид разберется. А если с гидом случится какая-нибудь фигня, гид тоже человек, ему на голову упал камень на просмотре. И что дальше? Узнайте по максимуму все, что можно узнать о реке. В наш век интернета на это достаточно, ну, дня, наверное. Вот, спутники из Гугла, спутниковые снимки Гугла — это невероятный по силе инструмент подготовки к сплаву. Да просто советская генштабовская двухкилометровка — это уже очень крутой инструмент. Плюс к тому отчеты, видео, разговор с теми, кто там был. Опять же, благодаря соцсетям мы можем найти какого-нибудь чувака, который единственный когда-то давно был на этой речке, ничего про это не написал, но мы знаем, что он там был. Мы можем ему написать и просто спросить, что там, и он вам ответит. Информации в сети полно. Перекладывайте ответственность при подготовке маршрута только на руководителя. Но это просто приведет к тому, что руководитель будет готов, а вы нет. Поехали дальше. Снаряжение. Ну, очевидно, что снаряжение — это ваша пассивная безопасность. Самое классное, самое крутое снаряжение — это, конечно, очень круто и очень красиво и модно, но нельзя думать, что самое крутое и дорогое снаряжение может обеспечить вам безопасность, если вы не умеете им пользоваться. Ну, человек, покупая виолончель, не становится виолончелистом, он становится владельцем виолончели. Вот. Что лучше, быть каякером или владельцем каяка? Там. Очевидно, что снаряжение должно подбираться под конкретный маршрут. Ну, если вы собираетесь сплавляться по ледниковой речке, которая течет где-то высоко в горах, ну, очевидно, что вам потребуется солидное такое утепление, вам потребуется сухой костюм с хорошим термобельем. А если вы сплавляетесь где-нибудь в Эквадоре, то можно обойтись и неопреновыми шортиками. Очевидно, что если вы сплавляетесь по речке, которая наклонена вот так и состоит из камней, то вам бы неплохо заиметь налокотники и шлем full face. А если вы сплавляетесь по солнечной Катуни, то вполне можно обойтись без full face и без налокотников, потому что там нет камней. Смотрите, вот сейчас та часть, которая будет обращена к людям, которые сплавляются на катамаране. Главная проблема катамаранов — я в целом очень люблю катамараны. Я вот 10 лет на них сплавлялся, и это было реально весело. И вот сейчас буквально 3 дня назад я после 10 лет перерыва снова сел на катамаран и прям такой: «Ох, не хватало мне это». Я люблю катамараны, честно. Но у них есть одна проблема. Это слабая обратная связь. То есть это настолько большая, остойчивая и прочная штука, которая... В общем-то, зачастую, очень часто не дает понять, то ли это вы прошли порог, то ли это вас на катамаране через него провезло, потому что катамаран такой большой и остойчивый. Если вы только начинаете, начинайте лучше с маленьких судов. Вот каяк, байдарка, маленькая двойка, потому что вот это все от маленького к большому масштабируется очень легко. Я как бы неплохо сплавляюсь на каяке. После того, как я сел первый раз на рафт, мне потребовалось, ну, минут 40, наверное, чтобы привыкнуть к габаритам и к его инерции. После этого я поехал на нем, как, в общем, как будто бы я всю жизнь этим занимался. А вот в обратную сторону это не работает. Если вы сплавляетесь на большой четверке, то сесть в каяк и поплыть аналогичную по сложности речку, ну, нифига не получится. На каяке или там на маленьком катамаранчике или на маленькой байдарке вы будете сразу чувствует свои ошибки, потому что очень сильная обратная связь. Вы задали неправильный крен, перевернулись и принялись изучать жизнь обитателей морского дна. На катамаране так не работает. Можно дойти до очень солидных категорий трудностей, ни разу не перевернувшись. А в тот прекрасный момент, когда это все-таки произойдет, вы обнаружите себя посередине сложной реки, сложного порога с нулевым опытом самосплава. Вот, поэтому мой вам совет. Если вы только начали, начинайте с маленьких судов. Если вы сплавляетесь на больших штуках, ну,
попробуйте посплавляться на чем-нибудь маленьком. Это тоже очень весело и очень клево. Чем больше катамаран, тем больше пассивная безопасность, тем меньше обратная связь и тем меньше навыков вы получаете в процессе сплава. Вот смотрите, теперь поговорим давайте про спас-жилет. Кто использует надувные спасательные жилеты? Ну, в общем-то, большинство. Кто маленькие, пеночные, каякерские? Ну, поменьше народа. Смотрите, я тоже не имею ничего против надувных спасательных жилетов, но есть один нюанс. Если у вас спас-жилет большого объема, то вы получаете большую пассивную безопасность. Вы будете выше сидеть в воде, у вас будет больше плавучесть. Но за это вам придется расплатиться собственной мобильностью. В маленьком спас-жилете вам удобнее грести, потому что у вас больше свободы движений. Соответственно, вам проще залезать там на какие-то камни, вам проще залезть на перевернутый катамаран, вам тупо проще грести к берегу. То есть, выбирая между объемом вот этот вот уровень, вот это вот соотношение между активной и пассивной безопасностью, вы должны его выбрать, исходя из ваших предпочтений и ваших хотелок. Ну вот я, например, каякер, я не могу использовать спас-жилет большого объема просто потому, что в спас-жилете большого объема я не смогу сделать эскимосский переворот, меня размажет по деке, и на этом весь мой сплав кончится. У меня есть жесткое ограничение сверху. Вот, поэтому я вынужден тренировать активную безопасность, я вынужден научиться хорошо плавать без каяка, я вынужден научиться хорошо лазить, там, залезать на какие-то камни в русле, заходить в улова и все такое. Вот, вот этот вот выбор спас-жилета, да, соотношение его объема, большой объем или маленький объем, много подвижности или мало подвижности, это вот то самое диалектическое единство, когда активная и пассивная безопасность как бы противостоят друг другу. Какое соотношение выбрать, опять же, решать именно вам. Но для того, чтобы решить, нужно попробовать. Вот, соответственно, попробуйте поплавать в большом жилете, попробуйте поплавать в маленьком жилете. Но не просто пассивно ножками вниз по порогу, а вот именно так, как это будет в боевых условиях, когда вам вот хочешь не хочешь, а нужно зайти в улово. Ну, потому что дальше там какой-нибудь ужас и водопад. Вот, погребите, поплавайте, посмотрите, как вам в нем сидится на вашем судне, как вам гребется на вашем судне, как вам плавается без судна, и выберите то, что вам подходит. Я вообще по снаряжению не буду давать каких-то жестких рекомендаций, кроме двух. Первое — это каска. Хватит плавать в касках, которые не предназначены для сплава. Хватит плавать в хоккейных касках, касках для роликов, скалолазных касках, строительных и так далее. Просто потому, что они рассчитаны на совсем другое. Совершенно не... как бы, если вы катаетесь в каске для, не знаю, для велосипеда, задача этой каски — сохранить вашу черепную коробку и ее содержимое более или менее одним куском, когда вы, значит, вспахаете головой асфальт. Соответственно, вы упали, потеряли сознание и остались лежать на этом асфальте. Но ваша голова цела, вы там отделались сотрясением мозга. Все в порядке. Приедет скорая, вас заберет. Или вы там оклемаетесь и пойдете дальше пешком. Все хорошо. В каякинге и в сплаве это так не работает. Если вы потеряете сознание, вы утонете. Соответственно, каска, предназначенная для сплава, должна держать множественные удары и должна сохранять вас в сознании любой ценой. Ценой того, что она может сломаться. Если по поводу того, какую каску выбрать, в общем, сейчас брендов полно. Посмотрите, в чем плавают каякеры. Каякеры постоянно считают головой камни. Не знают толк. Сейчас расскажу. Во-первых, каски бывают разные. Есть с ушами, есть без ушей, есть вот такие вот кепки. Они предназначены немножко для разного. Вот те, которые выглядят как кепки, очень клево. Как правило, их делают для родео или для слалома. То есть это на подготовленной волне выполнение или бочке выполнения каких-то фигур. Там очень-очень редко, когда приходится что-нибудь черкануть головой. Ну, просто потому, что это не сплав. Если вам хочется большей безопасности, то хоть full face себе купите, вот такой вот защитой челюсти. Я, например, когда сплавляюсь по вот таким вот наклоненным речкам, я беру себе full face. Что касается ушей, у меня каска, которая прикрывает где-то вот половину уха. Опять же, это личный выбор каждого, но лично на мой взгляд, повредить вот эту часть достаточно сложно, потому что здесь плечо. То есть если вы чем-то хорошенечко ударитесь об камень, то придется удар куда-нибудь сюда и на плечо. Но, конечно же, есть нюансы, есть там всякие торчащие сучки, бревна, выступающие камни. Но, в общем, это опять же личный выбор каждого. Вот сколько вы хотите защиты на голове, столько вы и получите, купив ту или иную каску. Главное, чтобы она была предназначена для занятий сплавом, водными видами спорта. Второй совет, который я хочу вам дать, вернее, это даже не совет, а такое жесткое правило. Сейчас существует такая штука в забугорном Whitewater Community, называется Clean Principle, принцип чистоты. Заключается это в том, что вот на вашем теле, когда вы сплавляетесь, должно быть
наименьшее количество петель, за которые можно зацепиться. Очевидно, что от лямок не избавишься нас по жилете, поэтому, ну, это такая петля, с которой никуда от нее не денешься. Там петля на ручке, петля на юбке, она тоже, в общем, от нее тоже никуда не денешься. Но вот туристы, например, очень любят ручку сзади. Вот это потенциальная возможность намотаться на какой-нибудь завал и там в нем и остаться, зацепившись этой самой петлей. Каякеры любят взять трамвай и намертво пристегнуть его к спасательному жилету за лямку. Я видел прекрасный случай, когда мы плавали по верхнему Мажою, и человек, который сплавлялся по нему, ну, десятки, если не сотни раз, посередине острова лежало бревно, и он, значит, вот этим самым, короче, трамваем болтающимся за это бревно и зацепился. Вы скажете, трамвай же можно сбросить, там же есть специальная система. Есть! И она даже работает, но только до того момента, пока вас этой самой системой не прижало к этому самому бревну. В общем, человек был невероятно физически здоров, и где-то в течение минуты он смог против течения отжаться вот от этого дерева и отстегнуться. Но если бы это был кто-то послабее, например, я бы утонул. А как... Вот не надо рассчитывать на то... Вот, поэтому... Не надо рассчитывать, что у вас получится что-то отрезать в набегающем потоке. Нельзя никогда на это рассчитывать. Что касается тропореза, вот на современных спасательных жилетах делается какой-то, например, не знаю, там распиленное пластиковое кольцо. Вот так вот он просто болтается, от карабина не отцепляется, но стоит его дернуть, он отстегнется. Или, не знаю, металлическая кнопка, то же самое. Вот, соответственно, чем меньше на вас петель, тем лучше. Сейчас я вам покажу прекрасные слайды о любви к родине, о том, почему это важно. Вот, дышите глубже. Вот, это также о том, почему каждому человеку, который занимается сплавом, нужен стропорез. Вот, это где-то под Пермью, весна. Смотрите, на что люди готовы ради того, чтобы заниматься тем, что они любят, сплавляться вот по такой холодной, антропогенной, страшной штуке. Это все от того, что у нас нет нормальных речек рядом с крупными городами. Ну вот, человек перевернулся, такой что-то вроде встал. И раз, его прижало к какой-то металлической фигне. Ну, вроде как прижало и прижало, а вот нет. Смотрите, он, значит, поскольку он новичок, ему тяжело, он вылез из лодки. Вот, ему даже помогли это сделать. И где этот человек? А он зацепился незатянутой стропой с пожилета вот здесь сбоку за металлическую фигню, которая находится вот в этом металлическом понтоне. И вот смотрите, что с ним происходит. Дышите глубже. Вот, это не самый лучший пример спасательных работ, которые есть на свете. Это просто показательное видео, которое демонстрирует нам наглядно то, что у каждого человека должен быть нож-стропорез, и на вашем теле должно быть минимальное количество петель. Смотрите, знаете же законы Мёрфи, да? Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Вот те, кто сплавляются, они должны не только знать об вот этих, о законах Мёрфи, они должны быть к ним готовы. То есть вы должны заранее подумать о том, что может пойти не так, и придумать план на этот счет. Вот, это каякерская группа, конечно же, у них ни у кого нет стропореза. Смотрите, но они, в принципе, делают все правильно, они пытаются его стабилизировать, то есть дать ему возможность дышать, то есть как-то его вот удержать головой над поверхностью. Все это занимает, конечно, вагон времени. Вот человеку, заметьте, заметно плохеет. Да, там еще, конечно же, холодно. Вот, они достаточно долго не могут понять, в чем дело. Вот, я не знаю, почему не записался звук, но там вроде как... Не, никаких там утюков нет, потому что говорить он не может. Вот. Не, вроде как существует только с этого. Я не знаю, почему, но они решили снять с него шлем. Ну, почему бы и нет, не знаю. А тут... Дело даже не сколько в команде, сколько дело в том, что ну, они реально не были готовы к тому, что на этом месте что-то может случиться. Ну, потому что они здесь все время сплавляются, и вроде как ничего не было. Звук? Не, возможно, там... А, вот, есть запись. Ага, спасибо. Ну вот, просто помните, что если на вас есть лишние петли, то рано или поздно вы можете оказаться на месте вот этого человека.
Вот, надо понимать, что, несмотря на то, что у него голова вроде как над водой, ну, как бы счет идет, то есть счет открыт. И чем больше он там просидит, тем меньше шансов его оттуда потом вытащить не испортившимся. То есть вот в таком положении как бы счет уже открыт. И таймер тикает. Кстати, по поводу снятой каски вот у чувака в оранжевой лодке, он просто проехал порог и, видимо, там, ну, думал, что на этом все кончится, и снял каску. Существует тоже такое правило. О, наконец-то появился человек с ножом. Существует такое правило, что когда вы находитесь там в 2 метрах от реки минимум, вы должны одевать все свое личное защитное снаряжение. Ну, соответственно, снять его можно только сильно потом, когда вы отойдете от речки. Ну, вот как раз на такой случай. Да, да, да. Ну вот, в общем, наконец-то нашелся единственный стропорез на группу. Вот, это, кстати, опять тот же случай, когда у человека очень хороший спас-жилет, но он не умеет им пользоваться. То есть он не затянул стропы и оказался в такой ситуации. Пример со стропорезом — то, когда как бы не были круты ваши навыки, если у вас нет стропореза, то вот в такую ситуацию вы не сможете разрешить. Вот. То есть снаряжение, в общем, должно быть. Ну, в общем, дальше неинтересно. Они его отрезали благополучно и вытащили на берег. Вот. Я знаком с этим человеком, он, как ни странно, по-прежнему продолжает сплавляться на каяке. А вся вот эта вот тусовка, которая вот префигулировала, они сейчас все ходят с ножами. То есть правильные выводы были сделаны, но они были сделаны, ну, не то чтобы очень вовремя. Значит, смотрите, в катамаранинге, да, в принципе, и в каякинге тоже очень огромное значение имеет командное взаимодействие, потому что сплав — это командный вид спорта. В катамаранинге у вас есть еще и экипаж. Соответственно, вам нужно привыкнуть друг к другу, сгрестись, как бы понять, что вы видите воду примерно одинаково, для того, чтобы понимать друг друга лучше. Соответственно, это все тоже можно оттренировать до похода. Где? Да в Лосево. Лосево — идеальный полигон для отработки таких штук. Я вот буквально вчера оттуда вернулся, ввел там курс безопасности на бурной воде. Очень мне понравилось. Значит, все это можно совместить. Ну вот смотрите, опять же, в Лосево, как есть там отличные такие маркеры, когда вы можете понять, что вы сгреблись. Когда вы можете зайти в каждый улов и сделать это хорошо. И когда вы можете засерфить на 2 волнах в начале порога. Там есть так называемые учебные валы, первый вал. Местные вам сразу об этом расскажут, в общем, сразу покажут эти места. Вот если вы на катамаране можете на нем засерфить, это значит, что вы с вашим напарником гребете одинаково и чувствуете друг друга хорошо. Ну, заходите, чего. Вот. Опять же, все это прекрасно совмещается с тренировкой там заходов улова, выходов из уловов, траверсов, всего остального. Все это прекрасно совмещается с тренировкой постановки катамарана на ровный киль. Умение переворачивать катамаран на ровный киль — это обязательный навык каждого туриста-водника. Вы мне, конечно, скажете, что вы сплавляетесь на груженных четверках, и это поставить груженную четверку невозможно, на что я вам возражу, что пока вы тренируетесь ставить пустой катамаран на ровный киль, вы хотя бы научитесь на него залезать. А это очень важно. И опять же, даже груженную четверку можно поставить вдвоем при помощи такого нехитрого девайса, который называется флиплайн или переворотка. Это стропа такая длиной, приличной длины, с карабинчиком цепляем его за противоположную сторону, встаем на баллон и вдвоем переворачиваем. Это работает. Вот, где все это тренировать? В Лосево. Вода теплая, место офигенное. В общем. Да, камни глубоко, там, в общем, прям милое дело. Смотрите, существует такой принцип, который на английском
обозначается такой офигенной аббревиатурой и акронимом. На русский, конечно, так красиво не переводится, но тем не менее. Значит, все начинается с коммуникации перед вашим путешествием. То есть это вот то, о чем я говорил, что вы должны все вместе как-то собраться и поговорить, и выяснить, и убедиться, что каждый участник вашего путешествия знает о реке все, что о ней нужно знать. Знает о других людях все, что он может знать, все, что он должен знать. Знает о том, кто везет какое снаряжение, у кого аптечка, у кого запаска, у кого там, не знаю, там пин-кит, у кого еще что. У туристов обычно с этим все нормально, потому что как-то более-менее все вместе готовят маршрут, и руководитель потом говорит, так, ты берешь это, ты берешь то, и все более-менее знают. Вот у каякеров это немножечко не так, потому что все там собрались такие, о, нифига себе, приехали на какую-нибудь речку, а там какая-нибудь другая группа, а можно мы с вами проплывем? Да, конечно, можно, все, поехали. Вот. Вот до этого момента неплохо бы узнать, с кем вы решили это сделать, ну, узнать их, там, их навыки, узнать, был ли кто-нибудь из них на этой речке, узнать, вот опять же, у кого запаска, у кого аптечка, узнать какие-то пути выхода. Вот, не поленитесь, поговорите друг с другом, это очень важно. Вот, вообще, все, что мы занимаемся, это все как бы общение с людьми, общение — это очень важно. А второе такое важное, когда вы оказались на реке, следующий такой важный пункт — это поле вашего зрения. Вот. То, насколько вы видите. Запомните такое правило. Между краем вашего поля зрения и вами должно оставаться минимум одно уво, в которое вы можете зайти. Соответственно, если вы видите слепой поворот, и перед ним нету уловов, то очень не исключено, что вы зайдете за этот поворот и найдете там завал, например. Отчалиться уже поздно. Надо было раньше. Опять же, в поле вашего зрения, когда вы сплавляетесь там, в походной колонне, в поле вашего зрения должны попадать все участники вашей группы. Вот, потому что вы такие плывете, 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 вроде все на месте, вроде все на месте. А где Вася там? А Вася уже давно попал куда-нибудь, там, не знаю, в завал или сифон, и никто этого не заметил. Вот. И Вася утонул в это время. Вот. Следующее, когда, соответственно, следующее после поля зрения — это так называемое избегание. Ну, по-русски говорю, все это звучит коряво, на английском лучше. Мне реально сейчас некоторые вещи проще на английском объяснить. Избегание. Соответственно, если вы видите огромные бочки, ну, блин, нафиг не надо в них ехать. Если вы видите там, что половина струи уходит в сифон, не надо туда ехать. Старайтесь избегать тех вещей, где с вами может произойти приключение. И следующее — это позишенинг, это выбор такого места на реке, из которого вы можете причинить как можно больше пользы вашим друзьям. Соответственно, если вы после порога зайдете в улово, из которого не видно сам порог, вы не сможете проконтролировать, как остальные, которые едут за вами, его пройдут. Если вы зайдете в такой улово, из которого сложно выходить, это значит, что в следующий момент, когда кому-то потребуется ваша помощь, когда кого-то надо будет поймать, вы не сможете из него выйти, вы пропустите этого человека вниз. Выбирайте всегда на сплаве такое место, там, будь то в походной колонне, после порога, до порога, как угодно, из которого вы можете причинить как можно больше пользы. Итак, коммуникация, поле зрения, избегание и выбор позиции, с которой вы можете которой вы будете как боевая единица более эффективны. Итак, вот вы оказались на реке. Вот обычно все строят маршруты так, это вполне логично, что все начинается с какого-то там вката, с какого-то там относительно несложного участка до того, как начнутся основные пороги. Вот запомните, вот это время, пока вы еще не доехали до основных порогов, но вы уже находитесь на реке, оно вообще золотое. То есть это то время, когда вы можете добрать то, чего вы не добрали в процессе вашей подготовки. Вы можете сгрестись с вашим товарищем, немножечко привыкнуть к вашему судну, немножечко подтянуть свою физуху и технику. Но все это работает только тогда, когда вы не сплавляетесь пассивно, сидя на попе на рюкзаке. В этом случае тренируется только попа. Сидеть на рюкзаке. А тогда, когда вы заходите в лава, серфите, делаете траверс, делаете какие-то маневры. Вот, соответственно, не сплавляйтесь пассивно вообще никогда, особенно вот это первое время. Просто потому что вы, выполняя вот эти вот нехитрые все мероприятия, во-первых, вы разнообразите свой сплав, это не будет скучно, а во-вторых, вы получите больше навыков. Как по-вашему, какой самый главный навык сплавляющегося по бурной воде человека? Ну, без которого все остальное может уже и не нужно. Чалка. На самом деле чалка. До самосплава доходит, если ты пропустил чалку. Самый главный навык водника — это умение зачалиться там, где нужно. Ну, просто потому что если вы не зачалитесь там, где нужно, то все ваши остальные навыки могут уже не пригодиться. Ну, неважно, насколько классно вы умеете сплавляться, если вы не зачалились перед непроходимым порогом, то ни один сейфити за вами туда не поедет. Вот, это умение, которое, естественно, как и все остальное, нужно тренировать. Как бы вы ни учили лоцию, как бы вы не смотрели в карту, в общем-то, запомните, что речки, они меняются. В лоциях ошибки, в гайдбуках ошибки. Речки — это живые организмы, они меняются. Соответственно,
то, что вы выучили лодцу, это очень классно, но не надо вот, не знаю, класть ее перед собой на рюкзак вот так вот и вот смотреть в нее, смотрите по сторонам. То есть вам нужно никакое знание лодцы, оно не заменит действия по обстоятельствам при том уровне воды на той реке, на которой вы оказались. Ну, не знаю, простой пример, он на Мажое был поток коварный, недотрога, все это было вполне проходимо и вполне нормально. А потом в один прекрасный момент каякеры поехали весной туда, и такие, ой-ой-ой, после русских горок какое-то подозрительно странное озеро образовалось. Дайте-ка посмотрим. Они не стесняли, не застеснялись, зачалились и обнаружили там абсолютно монструозный порог, который образован свежим селем, ну и который, ну, как бы никак нельзя туда попадать. Вот если бы эти люди не включили бы мозг и решили, а, фиг ли, мы же там все знаем, тут же должен быть коварный, ну, возможно, просто что-то странное, ну, не знаю, сейчас мы вот зачалимся и снизу посмотрим, то, наверное, было бы все очень плохо. Вот, речки, они меняются, соответственно, меняются часто. Поэтому думайте своей головой и принимайте решения в зависимости от конкретной обстановки, а не от того, что написано в WhatsApp или в гайдбуке. Существует простое правило. Сомневаешься — посмотри. Вот, потому что есть вещи, которые не отражены ни в одной лодце. Например, завалы. Завалы, если речка течет через лесистую долину, на ней будут завалы. Завалы мигрируют. Они перемещаются по реке и возникают в самых неподходящих и, казалось бы, местах. Ну, отличный пример — это Шавла. Речка с таким хорошим течением, с небольшим количеством уловов, и которая полна лесом просто. Соответственно, если у вас... Если вы в какой-то момент просто решите, что дальше вы можете ехать сходу и смотреть, ничего не нужно, вроде как все понятно, то в какой-то момент вы можете нарваться просто на одиноко лежащее бревно, которое не объедешь. Вот, сомневаешься, зачалился, вышел, посмотрел. Опять же, все риски в нашем деле контролируемые. Ну, не нравится нам, зачалились, посмотрели, не понравилось, обнесли. Теперь поговорим о просмотрах. Ну, простое правило. Вышли с лодки, берите с собой морковку. Ну, потому что вы не знаете, будете вы этот порог страховать еще или нет. Но если выяснится, что вы его просмотрели и надо страховать, вам придется делать просто лишние движения ногами, а это утомляет. Или, например, вы вышли на просмотр без морковки, пошли, идете, а тут ваш товарищ, который шел последним, подскользнулся и упал в воду. Его как бы неплохо бы спасти, а вам нечем. Вот. Вышли с лодки, взяли морковки. Все просто. Сперва смотрим порог, когда идем сверху вниз, потому что видно дно. Доходим до того места, где мы хотим зачалиться. Разворачиваемся и смотрим порог второй раз, отправляясь снизу вверх. Просто потому что снизу видно те штуки, которые не видно сверху. В первую очередь это сифоны. Сифон — это когда часть воды уходит под камни. Вот обычно как где она уходит, не видно. А вот где она выходит... Вот такие места видны. Когда вы идете снизу, вы такие смотрите, о, что тут из-под камня такая огромная поганка образуется. Что бы это могло быть? Давайте-ка посмотрим с другой стороны. Вы обходите этот камень, видите, где она утекает. Вот. Еще такая штука. Кое-где в некоторых местах... Самый идеальный просмотр — это тот просмотр, который выполнен с уровня реки, с уровня воды. То есть там вот, где вы вот можете там, не знаю, по щиколотку зайти в воду и посмотреть. Но не везде это работает, потому что речки в каньонах текут, еще как-то. Вот когда вы смотрите на порог сверху, у вас очень сильно съедается перспектива. Вам непонятен рельеф вот этой водной структуры, вам непонятен размер. У меня такое было прям много раз. Мы такие посмотрели, значит, какую-то речку сверху, я такой подумал, о, вот сейчас вот в тот узкий проходик, а потом вот через те маленькие волны, и все, ничего нет, поехали. Ну, в общем, я понял, что что-то не так, когда узкий проходик оказался шириной 10 метров. Это было на речке Абихингол в Таджикистане. Я такой, ой-ой-ой. Соответственно, смотрите сверху, умножаете то, что видите, на 10. Ну, лучше ошибиться в большую сторону, чем в меньшую. Вот, если есть возможность подойти к воде, лучше подойти. Вот, смотрите, у нас сейчас пороги оцениваются циферкой категории сложности. Там у иностранцев она одна, русская классификация она другая. Но это все попытка запихнуть все многообразие бурной воды, береговой обстановки, походных условий и всего остального в одну крохотную цифру. Это не очень-то информативно. Порог, вот я лично оцениваю с трех точек зрения, когда я к нему подхожу. Это сложность, опасность и удаленность от цивилизации. Смотрите, сложность... Порога я оцениваю так, исходя из того, сколько маневров и изменений направления движения в процессе порога мне нужно сделать. Соответственно, чем больше, тем порог сложнее. Опасность — это то, если я потеряю свою линию движения и не выполню тот маневр, который я там запланировал перед, на просмотре,
какие у меня будут последствия? Я просто проплыву вниз в озеро с теплой водой, или я там, или меня намотает на какое-нибудь бревно, или я уплыву куда-нибудь в сифон. Соответственно, цена вашей ошибки. А отдаленность от цивилизации имеет значение в том плане, что насколько быстро вы сможете оказаться рядом с квалифицированной медицинской помощью. Потому что, ну, например, речка Китой до ближайшего населенного пункта там 1150 километров. Вот если в каякерской группе кто-нибудь, не знаю, там, заработает себе вывих плеча, его будет проще пристрелить, чем дотащить до квалифицированной медицинской помощи. И поэтому ты смотришь на порог и думаешь, пожалуй, я его обнесу, фиг его знает, что здесь произойдет. Смотрите, бывают пороги сложные, но не опасные. Бывают опасные, но не сложные. Бывают не опасные, сложные и сложные, опасные. Пример сложного, но не опасного порога — это соломный канал. Вот ты смотришь на соломный канал, думаешь, фиг ли тут плавать, тут же вообще ничего нет. А потом на него вешают 20 ворот, соответственно, тебе нужно сделать минимум 20 изменений направления движения. И, в общем-то, все это уже начинает играть совершенно другими красками. Вот поди туда, попади во все эти ворота. Пример опасного, но не сложного порога, ну, не знаю. Какой-нибудь сливчик, где две трети воды утекает в сифон. Казалось бы, нужно сделать какой-нибудь простой мув, но если ты простое какое-нибудь движение, простой элемент, но если ты его не сделаешь, тебе капец. Вот. Соответственно, тоже непонятно, в общем. Ну, а пример сложных и опасных порогов, я думаю, все из вас могут без проблем подобрать. Вот смотрите, если вы вышли на просмотр, посмотрели сверху порог снизу и не смогли проложить через него линию движения, это значит только одно, что ваша квалификация недостаточна для этого. Соответственно, если вы сомневаетесь после просмотра в линии движения, порог логично обнести. Просто потому, что если вы не знаете, что делать в пороге, вы сделаете там какую-нибудь фигню. Да даже на самом деле без толку смотреть на другие суда, просто потому что каякинка, катамаранинка, он у каждого свой. Если там Петя проехал хорошо, а Вася утонул, это не значит, что вы проедете хорошо или утонете. Это даже не значит, что ваши шансы 50 на 50, потому что у Пети свой каякинг, у Васи свой каякинг, а у вас свой каякинг. Если вы не видите линию движения в пороге, берем и обносим. Обнос — это личное дело каждого. Никакого стыда в этом нет. В общем, обносить — это нормально. Я обношу много и совершенно по этому поводу не комплексую. Просто потому, что каждый сам отвечает за свои риски и за свою собственную жизнь. Если вы наметили линию движения, но по-прежнему сомневаетесь, вот очень хорошо задать себе такой простой вопрос. А готов ли я проплыть этот порог на спас-жилете? Вот. В катамаранинге, когда у нас обратная связь, ну, прям скажем, не такая сильная, как на каяке, люди очень часто переоценивают свои силы просто потому, что ну, катамаран на протяжении многих-многих походов выносит. Вот, чтобы этого избежать, задайте себе перед порогом очень простой вопрос. Готов ли я проплыть этот порог на спас-жилете? Если готов, можно ехать, ничего не будет. Вот. Потому что хуже, чем вы проплывете у нас по жилете, вряд ли что-то случится уже. Разве что вас молния убьет случайно. Вот. Вот. Не стесняйтесь задавать себе этот вопрос. Я со многими людьми говорил, которые поимели жесткие приключения, и которые мне говорили, да, слушай, вот, я был не готов этот порог проплыть на спас-жилете. Ну, конечно, он не был готов. Все это кончилось очень плохо. Смотрите, когда вы выбираете линию движения, наметьте ориентиры, во-первых. Там, типа, вот рядом с этим большим камнем мне нужно повернуть направо, потом рядом с тем большим камнем нужно повернуть налево, а потом вроде там угол. Я обычно запоминаю линии движения так. Заход с центра, потом право, потом лево, потом центр, потом финиш. Ну, опять же, как запоминать, это дело ваше. Наметьте плохие места. Наметьте места, куда попадать нельзя. Придумайте обязательно план «Б». То есть подумайте о том, что будет, если вы вашу линию движения не выдержите. Если вы там прыгнете в какую-нибудь бочку, и она вас отвезет не туда, куда вы планируете, а в другую сторону. Наметьте третий вариант, наметьте четвертый вариант. То есть вы должны быть готовы к тому, что что-то пойдет не так. Мы должны быть готовы к законам Мёрфи. Исходя из плохих мест, подумайте о том, где и как ставить страховку. Если, например, страховку с берега поставить нельзя, то берется два самых борзых экипажа или два самых борзых судна и как бы отправляется туда. Если, например, можно поставить страховку с воды, то тот, кто идет первым, может реквестировать себе страховку, потому что, дружище, я иду первым, меня снизу никто не страхует, поэтому будь другом, стань не там, где тебе нравится, а там, где нужно мне. Я иду первый. Заведите себе такое правило. Это касается что каякеров, что катамаранщиков, всех на свете.
что порог считается пройденным, только если вы выполнили намеченную линию движения, ту, о которой вы договорились на просмотре. Вот. Все остальное вас там где-то раскрутило, кинуло под другой берег, там что-то пошло не так, пусть вы не перевернулись, пусть вы в конце оказались в том углу, где нужно. Все остальное — это не прохождение. Все остальное — это такое комбинация везения и объема вашего судна. Вот. Соответственно, порог считается пройденным тогда, когда вы соблюли свою линию движения. Если вы будете таким образом относиться к своему катамаранингу, то вот эта вот проблема с обратной связью катамаранов, она будет несколько снижаться. Теперь поговорим о страховке. Вот. Если можно поставить морковку с берега, то это хорошо, но надо прекрасно понимать, что длина эффективного броска, она составляет где-то чуть меньше 15 метров в лучшем случае. Вот. Соответственно, морковка не работает, если нету берега, если это каньон. Например, в Нижнем Мажое, ну, не так-то, чтобы много мест, где можно страховать морковкой. Это не работает, если речка слишком широкая, например, на Аргуте. Ну, куда там кидать? Это не работает, если линия движения, основная струя проходит под другим берегом, не там, с которого вы можете поставить страховку. Ну, например, порог Зайсан тоже на Мажое. Там офигенно можно ходить по правому берегу, но только линия проходит рядом с левой. Ну, как бы ставить морковку там можно исключительно для собственного успокоения и для красоты. Толку от нее никакого. Вот. Если возможности поставить морковку нет, вот делаем, как я говорил, берутся два самых борзых экипажа или два самых борзых судна и отправляются тандемом туда вниз, и потом экипаж остается страховать с воды, другой там морковку может поставить или еще как-то. Вот. Есть такой чудесный метод, это страховка живцом. Живцы ставятся там, где есть серьезный риск травмы, или там, где человек гарантированно не сможет помочь себе в собственном спасении. То есть где он может потерять сознание, получить травму, несовместимую с греблей к берегу, или какая-то очень сильно заварная бочка, из которой ему будет очень сложно промыться. Живец — это всегда работа минимум двух, а лучше трех человек. Один — это тот, кто прыгает в воду, а один или два других — это те, кто вытравливает ему веревку и вытаскивает его обратно. Вот. Работа живцом — это такая задача творческая, интересная. Если вы собрались поставить живца, нужно рассчитывать всегда на то, что живцу до его жертвы нужно сделать как можно меньше движений. То есть идеальная ситуация — это когда живец прыгает сразу на жертву и сразу ее хватает. Чуть хуже, когда живец прыгает в воду, делает три грибка и хватает жертву. Нельзя рассчитывать на то, что живец поплывет куда-то, там кого-то схватит, а потом уже вы его вытаскиваете. Что он куда-нибудь там прыгнет в бочку и будет там в этой пене, значит, искать свою жертву и пытаться ее нащупать. Это не работает. Чем меньше движений нужно сделать живцу, тем лучше. Давайте сейчас посмотрим опять слайды. Это в Америке соревнование Green Race, порог Горилла. На нем достаточно часто случается всякая фигня, люди травмируются. Соответственно, вот у нас здесь есть два живца, соответственно, две пары людей, которые, собственно, обеспечивают страховку. Вот, кроме того, это соревнование, соответственно, нужно обеспечить максимальный уровень безопасности. Вот, раз, у первого что-то не получилось. Второй раз, прыг, схвать. Вот, если вы считаете, что у вас сложная работа, посмотрите на этих парней. Они это делают в течение всех соревнований с утра до вечера. Вот, там с другого ракурса там, видно, что у чувака лицо в крови. То есть он там где-то, видать, побился, несмотря на full face, его надо доставать. Вот они его достали, все хорошо. Вот, существует такое простое правило. Опасность в реке создает не вода. Опасность в реке создают камни. Не так страшно далеко уплыть, как страшно резко остановиться. Больше бочка, и чем значительнее спецэффекты вокруг нее, это значит, что тем быстрее она вас промоет. Надо быть особенно внимательным на речках маленького и среднего расхода и приличного уклона, где пороги образованы не выходами коренных пород, как, например, в Карелии или в Норвегии, а упавшими в русло камнями. То есть фактически это речки молодых гор. Кавказ, Памир, Тяньшань, Гималаи, отчасти Алтай. Потому что далеко уплыть не страшно. Страшно застрять где-нибудь ногой там, на дне, и на тебя навалится вся эта, в общем, вода, которая течет, и ты окажешься на дне со сломанной ногой. Страшно застрять в сифоне, страшно намотаться на завал.
В общем-то, Rescue 3, такая американская организация, которая занимается проведением курсов безопасности на бурной воде, они не постеснялись, провели статистические изыскания. Выяснилось, что люди, которые оборудованы спасательными жилетами, я надеюсь, что когда мы сплавляемся, мы все одеваем спасательные жилеты, да? Вот. Что люди в спасательных жилетах тонут не на глубине, они тонут там, где мелко. Просто потому, что они застревают в камнях, завалах, там, цепляются за камни и таким образом как бы застревают и тонут. Особенно внимательны, будьте особенно внимательными на речках с камнями. Сейчас на эту тему я вам покажу отличный видос про то, что речки с огромным объемом, но без камней не такие уж и страшные. Заплыть в них не так уж и страшно. Это Белый Нил, порог Итанда. Ну, расход там несколько тысяч кубов, спецэффекты что надо. Ну и там принято плавать на родео-лодках, потому что там, в общем, куча волн для фристайла, и все там плавают на крохотных родейниках. Ну и вот там народ как-то сыпется, в общем. Куда-то там кто-то переворачивается, вроде все встают, вроде все нормально. Но обратите внимание, какого размера там спецэффекты. Вот это прям то, что нужно. Выглядит ужасно-преужасно. Раз, и кто-то там заплыл. Это маленькая девочка, которая оборудована маленьким спасательным жилетом, которая оказалась в ситуации самосплава по речке огромного расхода в сложном пороге. Вот она там куда-то нырнула и отправилась изучать жизнь обитателей моря. Она там всплывает время от времени, ей, конечно, все это очень не нравится. Вот, страховать, естественно, морковкой тут бестолку, потому что ширина не та. Вот, благо в конце озера. Ну и вот, она куда-то нырнула, ее даже не видно. Раз, и вон она внизу всплыла. В общем, в результате ничего страшного с ней не произошло. Вот, Аня проплыла, все в порядке. Речка огромная и ужасная, но с ней ничего не было. Это лишний раз подтверждает тот факт, что опасность в реке создает не вода, а опасность в реке создают камни. Значит, смотрите, приключения начались. Сейчас мы рассмотрим приключения с точки зрения жертвы. Опять же, еще одно простое правило. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Просто потому, что морковки промахиваются, люди, которые страхуют вас снизу, ошибаются. Ну, всякое бывает. Опять же, мы знаем о законах Мёрфи, мы готовы к законам Мёрфи. Рассчитывать в случае аварии вы должны только на себя. Где, вот смотрите, вы вот сплавлялись на катамаране, перевернулись, и вот плывете где-то вот рядом, значит, с вашим катамараном. Где самое безопасное место? Самое безопасное место на берегу. Ну, смотрите, смех смехом, но вот этот совет, да, держаться за катамаран, вылезать на катамаран, он офигенный, он правильный там в 95% случаев. Но надо понимать, что в конце концов самое безопасное место на берегу. Ваша задача — оказаться на берегу, не на катамаране, на берегу. Если катамаран вам помогает оказаться на берегу, вылезаем на него — прекрасно. Если вы всем вашим экипажем с веслами забрались на ваш катамаран посередине порога, то ничто не помешает вам поставить его, сесть обратно в стремена и героически зачалиться и сказать, что ничего не было, что никто не переворачивался. Ничто не помешает вам, если его нельзя перевернуть, просто там вот усесться в периметре, доехать до конца порога, а потом как-то погрести и, в общем, оказаться в уве. Прекрасно. Вот. Но надо понимать, что если катамаран вам мешает, то он вам не нужен. В 2016 году был расчудесный случай, когда на Мажое, на верхнем, в пороге сомнительной, шли две двойки, одна из них перевернулась. И, значит, один человек забрался на
катамаран, а другого поймали на морковку. Вот за тем человеком, который забрался на катамаран, за ним почему-то никто не поехал. Там была какая-то неразбериха, но, в общем, он поехал дальше на перевернутом катамаране. Ну, в общем, кончилось это тем, что он доехал до порога президиума. Это ужасный, страшный порог, квас 5 международный, квас 6 российский, опасный. Вот, где, наверное, все и произошло. После Мажоя в конце его отловил мой друг, которого рафт-база в самом конце Мажоя. Соответственно, вот этому человеку ему уже это не надо было, он утонул. Что ему помешало разбежаться парами и прыгнуть в один из многих десятков уловов, которые он проплывал от того момента, где он перевернулся до порога президиума, я не знаю. Возможно, ему помешала вот эта вот установка всегда держаться за катамаран. Еще одно такое же место, которое собирает регулярно такую же статистику по точно таким же случаям, это на Аргуте. Труба Сапожникова, порог водопад Сапожникова. Труба Сапожникова, там, в принципе, так-то ничего особо сложного нет. Там просто такие огромные-огромные волны, которые в состоянии перевернуть любой тип судна без лишних проблем. И практически сразу же за трубой Сапожникова начинается водопад Сапожникова. Вот это уже такие настоящие приключения, куда на перевернутом катамаране ехать уже категорически не рекомендуется, где нужно реально взять и выдержать линию, потому что иначе будет очень плохо. И там произошел ни один, ни два, ни три случая, когда переворачивается катамаран в трубе Сапожникова, народ вылезает на этот самый катамаран, по дороге теряя весла, и уплывает водопад Сапожникова. И как бы все это кончается тем, что никому уже и не нужно спасаться. Вот, все утонули. Я не могу сказать, лучше ли было бы там попытаться спастись, но спастись вплавь, но я думаю, что при прочих равных, если ты перевернулся где-то в начале этой трубы Сапожникова, то времени и здоровья, и при желании жить, у тебя должно хватить, чтобы загрести в улова просто сожженками. А если ты будешь терять время на то, чтобы забраться на свой катамаран и, в общем, там угнездиться и все такое, то вот этого времени может уже и не хватить. Соответственно, правило про катамаран, оно классное и правильное, но из него есть исключение. Помните про это исключение. Обычно в школах туристической подготовки российской рассказывают, что вот ты оказался в воде, ты перевернулся, вот ложишься на спинку, ножки вперед, ножки вместе, держишь и плывешь вниз. Да, это правильно, это классно. Есть один нюанс. Вы таким образом никогда не зайдете в улова. Вот. Соответственно, если вы проплыли мимо всей вашей страховки или она не сработала, то вот таким образом вы можете уплыть очень и очень далеко. Вам туда не надо. Соответственно, вот эта поза, это называется защитная позиция при самосплаве. Она классная, если вам нужно проплыть там, где грести смысла нет. Если вам нужно там промануть какую-нибудь бочку, прыгнуть в слив, там, не знаю, проплыть какие-нибудь огромные волны и так далее. Вы таким образом сохраняете энергию, вы находитесь на защищенной позиции, чтобы как-то не побиться. В общем, все хорошо. Но есть еще и активная позиция, помните об этом. Соответственно, как только вы нашли возможность загрести в улова, вы переворачиваетесь на живот и начинаете всей дури грести вот к этому улову. Если, допустим, вы туда не успели, складываемся снова, разворачиваемся на спинку, ножками вниз, проплываем следующее неприятное место, ищем следующее улово и снова гребем туда. Вот. Помните о том, что весь фокус самосплава заключается вот в этом умении переключаться быстро из активной позиции в пассивную, из пассивной в активную, из защитной в активную. Вот. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Именно вам нужно заплыть в улово, не тому, кто кидает вам морковку. Нужно вам. Соответственно, самосплав – это умение, которое нужно тренировать. Можно тренировать его в городе при отсутствии бурной воды. Если вы хорошо ныряете и хорошо плаваете, вы здорово поднимаете свой уровень активной безопасности. Если вы можете пронырнуть два 25-метровых бассейна, значит, вам, в общем, засплыв не так уж, чтобы и страшен. Вот, соответственно, тренировать самосплав отлично можно в Лосево. Вот именно этим мы и занимались в прошедшие выходные с группой катамаранщиков. Вот, офигенное впечатление. Научитесь плавать с веслом. Это реально несложно, но это тот навык, который нужно взять и попробовать. Потому что когда ты первый раз окажешься с веслом в воде, ну, реально непонятно, как его использовать, особенно если весло катамаранное с одной лопаткой. Но стоит потратить, ну, 20 минут на вот то, чтобы вынуть лопатку, воткнуть ее, перевести весло в вертикальное положение и подтянуть себя, как вы начинаете прекрасно плавать с веслом. Я весной и осенью вожу туры в Индии. У меня есть тур для каякеров-новичков. Ну, тех, кто только-только выписался из бассейна и впервые оказался на текущей-бурной воде. В Индии там теплая вода, локальные пороги, все прекрасно, всем все нравится, все замечательно. Но новички-каякеры, они, естественно, вылезают. Я стараюсь в этот тур не набирать много народу, просто потому что я один, а, допустим,
новичков двое, а когда новичок, ну, как бы вылезает из каяка, обычно он разбирается на три предмета. Это, собственно, человек, весло и каяк. Вот, их двое, соответственно, шесть предметов, а я один. И я такой, не-не-не-не-не. И вот пока там все это собирать, это все уходит время. И в первом своем, значит, таком туре, после одной такой истории, я такой, а почему бы не научить их плавать с веслом? Мы потратили 30 минут в улове, и после этого моя жизнь упростилась буквально в три раза. То есть, если они вылезают, они вылезают, это нормально. Вылезать из лодки — это нормально. Если они вылезают, мы вот заходим в порог, я смотрю, вроде все нормально. Я прошел порог, смотрю, о, все вылезли. Потом в следующий раз смотрю, о, смотрю, они уже на берегу. Во-первых, таким образом они становятся самостоятельными боевыми единицами даже после отстрела. Во-вторых, они не пугаются, потому что они сохраняют контроль за ситуацией, они знают, что они могут дойти в Улова, даже если они отстрелятся. В-третьих, вместо шести предметов мне нужно поймать всего два, два каяка. Это прям здорово упростило мою жизнь. Соответственно, упростите свою жизнь и жизнь тех, кто будет вас страховать. Научитесь плавать с веслом, это несложно. Если вы вот просто возьмите и потратите, если вам лень ехать в Лосево, возьмите и потратьте какой-нибудь один день в начале вашего похода на то, чтобы вот это все потренировать. Вот это вам пригодится обязательно. Давайте теперь поговорим про морковку, про спас конец. Смотрите, существует такое опасное заблуждение в российском водном туризме, которое нужно выжечь каленым железом. Это то, что если вам кинули морковку, вам нужно ее к себе пристегнуть. Люди, никогда так не делайте. Просто потому, что после того, как вы встегнули эту морковку, вы из активного участника собственного спасения перешли в разряд предмета пассивного, к которому кто-то прикладывает какие-то силы. Кто это делает, мы не знаем, потому что мы находимся в воде. Как он это делает, мы тоже не знаем. Никогда нельзя встегиваться в морковку. Человеческих сил вполне достаточно, чтобы удержаться за веревку, если морковка поставлена правильно и маятником тащит вам к берегу на любой струе. На любой. Если вы чувствуете, что вы схватились за морковку, и вас от нее отрывает, и у вас не хватает сил за нее держаться, это значит только одно, что морковка поставлена неправильно. Она зацепилась где-нибудь за камень, и вас уже не тащит к берегу к маятникам, а конкретно так полощет в струе. И вот если вы ее отпустите, вы просто уплывете дальше до следующей морковки, до страхующего катамарана, до следующего улова. А вот если вы будете к ней привязаны, то вы на ней утонете. Не надо рассчитывать, что вы сможете отрезать что-то стропорезом. Просто потому что нащупать в потоке стропорез, это даже если он у вас есть, а потом нащупать эту веревку, а потом ее отрезать — это время. Никогда нельзя рассчитывать на то, что вы что-то отрежете там где-то под водой. Схватились руками, едем к берегу. Как я это делаю? Как все это делают? Вот я хватаюсь за морковку, переворачиваюсь на спину, меня автоматически ноги скидывает вниз по течению. У меня вокруг каски образуется воздушный карман, я могу дышать. Добиться вот этого появления воздушного кармана можно чуть-чуть перемещая вот этот вот хват морковки на вашем теле. Я обычно кладу морковку на вот, допустим, мне нужен на правый берег. Я кладу морковку на левое плечо. Таким образом, мое положение в потоке оказывается примерно вот таким. Соответственно, меня от струей толкает к берегу, я быстрее пересеку сбойку. Вот. Человеческих сил, вот этот хватательный рефлекс, его фиг победишь. Это последнее, что это первое, что появляется у человека, и последнее, что он теряет. Соответственно, сил удержаться у вас хватит. Никогда, ни в коем случае не встегивайтесь в морковку. Вот. Если кто читал разбор ситуации, которая произошла в Казахстане вот, совсем недавно, вот человек, он не встегнулся, он просто завязал морковку вокруг себя, завязал удавкой. Вот. Ну, там вроде бы он что-то завязал вокруг себя, поэтому многие говорят, что он как будто бы себя... Ну, я не верю в то, что его задушило, я верю в белое утопление. То есть, что произошло? Человек сидел на камне, ну, где-то там, или на противоположном берегу. Ему кинули морковку. Ситуация была абсолютно стабильная, ничто не предвещало беды. Ему кинули морковку, он ее взял, обернул вокруг себя и намертво застегнул. И, значит, поплыл перечаливаться на противоположный берег. Вернее, он, ну, прыгнул, оказался в воде, и его начало тянуть к берегу. Морковка за что-то зацепилась. И он стал болтаться там вот на струе. Люди с берега поняли, что что-то не так, и обрезали морковку. Он с этой морковкой поплыл дальше, и морковка второй раз где-то зацепилась, и он снова оказался на струе. Соответственно, когда его достали, ему уже не нужно было. Если бы он просто держался руками, он бы в первом бы случае разжал бы их и поплыл бы либо до следующей морковки, либо до следующего катамарана. Благо, катамараны внизу уже были. Вот. Что его заставило пристегнуться, я, если честно, не знаю. Вот. Все согласны?
Обычно все спорят. Ну, не все, многие спорят. Вот, опять же, держаться за веревку, ну, нужно потренироваться. О, это хороший вопрос, я его люблю. Смотрите, я когда сплавляюсь с каякерами, у нас нету ситуации, когда мы не спасаем снаряжение. То есть ситуация, когда я кидаю человеку морковку, он в это время плывет вместе с лодкой, держась за ручку и встегивает туда, встегивает морковку в каяк, такой ситуации быть не может. То есть мы спасаем только людей. Первое правило, если ты вылез, держись подальше от лодки. Соответственно, я спасаю только людей. Удержать человека в потоке, держа его просто руками, можно. Если место какое-то скользкое, там, если там некуда упереться, если там некуда упасть на задницу, то я обычно при помощи трамвая пристегиваюсь к какому-нибудь элементу рельефа и продолжаю держать руками. Если место уж совсем плохое, то тогда я привязываю морковку чем-то быстро развязывающимся. Узлов быстро развязывающихся полно. У меня, опять же, есть нож-стропорез. Что касается катамаранинга, вот это тот случай, когда каякерский подход нельзя просто взять и как бы применить к катамаранам. Если вы страхуете катамаранную группу, то очень высок шанс, что к вам приплывет не один человек, а перевернутая четверка, нагруженная доверху экипажем. И их нужно будет чалить. Вот четверку руками не удержишь. Соответственно, если вы страхуете катамаранщиков, привязывайте чем-нибудь быстро развязываемым. Но кидать нужно уметь и непривязанную морковку, потому что, во-первых, это вам дает свободу, некоторую свободу, да, то есть вы там встали на одном месте страховки. Авария произошла совсем в другом, вы нужны в другом месте, вам нужно быстро туда переместиться, соответственно. Ну, это в идеальном случае, да, если у тебя 3-4 морковки, а так обычно одна на двоих в лучшем случае, да? Да, бывает, бывает. Вот. То есть, или, например, не знаю, вы идете на просмотр с морковкой, вы еще не успели дойти до того места, а тут мимо плывут, короче, жертвы из соседней группы, и хошь не хошь как-то надо доставать. Соответственно, вам нужно тоже научиться кидать морковку непривязанной. Ну, это реально несложно. Но в случае, если вы страхуете в штатном режиме катамараны, да, ее надо привязать. Чем-то быстро развязываем. Привязал, промерь. Вот, смотрите. Опять же, вот если вы жертва, вас там, не знаю, как-то спасли, не знаю, там, каякер к вам подплыл, подал вам корму, довез до берега, или там на катамаране как-то вас довезли, или там на морковке вы доехали до берега. Вот как только вы оказались на берегу, вы должны сразу полностью вылезти из воды, чтобы никакая часть вашего тела не бутхалась в воде. Я много раз видел ситуации, много раз был в них самостоятельно, когда тебя довезли, докуда ты там встал на какие-то камни вот посюда в воде, и такой, о, я выжил, все, сейчас вот, я сейчас подышу и точно вылезу. И такой вот ты стоишь такой зеленый в этом потоке, там вот набегающая волна тебя колышет, а сейфити, который тебя довез до берега, поехал уже твою лодку спасать, а ты такой стоишь, и тебя следующий волной раз, и ты поплыл дальше. Соответственно, не усложняйте жизнь страхующему. Вас довезли до берега, полностью вылезете из воды. Это просто. Вот, просто запомнить, не просто сделать. Давайте посмотрим пару угарнейших видео про морковки. Ну вот, короче, девочка попала в бочку и принялась по ней кататься. Вот, девочка боец, сразу вылезать не стала, вот, решила побороться. Вот, то, что она борется, она тем самым дает время своим напарникам, которые сплавляются вместе с ней, вылезти из лодок, достать эти морковки и приготовиться к ее спасению. Ну вот, короче, терпение кончилось, она решила заплыть, а ее товарищ уже готов. Раз. Вот. Это был бросок из неподготовленного места, непривязанной морковки, но он был сделан там, где нужно, тогда, куда нужно. Вот. Ее лодка уплыла ниже, ее замыло там куда-то под шторку водопада, поэтому они сейчас нагородили живца для того, чтобы ее выковырить. А, да, обязательное условие использования живца. У него должна быть стропа самосброс на спас-жилете. Он должен смочь быстро освободиться. Если такой стропы нет, стравить живца нельзя.
Ну вот он там куда-то уплыл, короче, его даже и не видно. Ну вот, тут, короче, напарник его подсекает, и они вот выловили эту лодку. Вот, второе видео гораздо более угарное. Это прям мое любимое. Все, что нужно знать об умении пользоваться морковкой в экстремальной ситуации. Вот это небольшой спойлер. Значит, имеем в наличии два водопада. Соответственно, между ними коротенькая чашка. И двоих каякеров. Вот, один там был, другой не был. И первый ему объясняет, куда ехать. Ну вот, и первый такой удачно прыгнул, вот за ним едет второй. И он вроде как тоже удачно прыгает, но ему бы неплохо оказаться поправее. Вот, первый, соответственно, ждет второго. Что? Ну, как бы жмет влево, и вот его прижало к левой стенке. Вот, и вон там срез второго водопада виден. Да. Но обычно, когда кончается воздух, ты к этому сам приходишь. Хочется тебе или нет. Вот. Вот, и он как-то вот смог там за какую-то, короче, дырку схватиться, и вроде как ситуация более-менее стабилизировалась. Надо понимать, что долго он там не удержится. Поэтому его товарищ что делает? Он начинает организовывать точку страховки с противоположного берега. Он зацепил свою лодку за стропу, которая пристегнута к его спасжилету, просто для того, чтобы его лодка не уплыла и тем самым не усложнить спас работы. Вот. Конечно же, там очень скользко, все в зеленых соплях, и лазить там не то чтобы очень классно. Вот. Но как бы надо спасать товарища. Вот. Специально для каякеров. Морковка — обязательная часть снаряжения каякера, как шлем. Ну вот, местечко так себе, скажем, для организации страховки, но делать нечего. Окей, у тебя только один шанс. Ну, понятно, да, и так. Вот, смотрите, он не то чтобы прям хорошо попал, но он кинул выше по течению, соответственно, морковка к жертве сама приплывет. То есть вполне зачетное попадание. Ну и вот, и тут в голову никому не приходит что-то привязать или пристегивать даже на срезе водопада. Ну просто потому, что если ты пристегнешься, ты в конце концов и окажешься в этом самом водопаде, но пристегнутый. Вот, ну и поехали. Прям на срезе. Ну это прям вот хрестоматийное видео о том, как надо. Вот, опять же, к вопросу о том, что не хватит сил подтягивать, ну, типа, подтягивать веревку нельзя, потому что сил все равно не хватит. Да хватит, нормально там все подтягивается. А? Ну, там вот эта штука называется Fireman Grip. Вот так вот ты, короче, хватаешь и перекручиваешь. Вот, человек очень чудно провел время. Вот. Теперь интересный вопрос, конечно, где зеленая лодка и как они оттуда вынимали вот этого вот, собственно, второго чувака. Не, что дальше? Вот дальше человек уже не в воде. То есть дальше есть сколько хочешь времени до темноты, чтобы его спасти, чтобы его как-то оттуда вытащить. Ну вот, а это то место, куда он чуть не уехал у нас по жилете.
Так. Теперь рассмотрим спасательные работы с точки зрения спасающего. Смотрите, все спас-работы строятся по одному и тому же сценарию. Поиск, организация доступа, стабилизация и транспортировка в безопасное место. Вот, по-английски это тоже очень красивый акроним, LAST, но по-русски никак не переводится. Ну, в общем, обычно с поиском у нас нет проблем, потому что все происходит у нас на глазах. Вот, остается организация доступа, стабилизация и транспортировка. Значит, смотрите, ситуации бывают стабильные и нестабильные. Вот если человек находится лицом в воде, или вот как в том видео с пермскими каякерами, заливает, эта ситуация нестабильная, она имеет тенденцию развиваться к худшему. Если человек просто сидит на камне посередине русла, вот, и как бы никакая его часть не болтается в воде, то эта ситуация стабильная. У нас есть время на то, чтобы подумать и принять решение. Значит, смотрите, несколько принципов организации спас-работ. Первый — это приоритеты безопасности. Если вы руководите спасательными работами, то в первую очередь в безопасности должны быть вы, во вторую очередь ваша команда и только в третью очередь жертва. Ну, это звучит, конечно, цинично и противоречит тому, что нас добыли из детского сада «сам погибай, но товарища выручай», но именно по этому принципу работают все спасательные службы во всем мире. Просто потому что, если вы не будете в безопасности самостоятельно, вы присоединитесь к жертве. И вместо одной жертвы у вас будет две или три. Не увеличивайте количество спасуемых. На бегемоте, на чуе висит табличка. Два человека, два имени, даты, и написано «Погибли, спасая молодого парня». Судя по датам рождения, парень выплыл. А вот эти два горе-спасателя не выплыли. Этой зимой была ситуация в Эквадоре. Такое бывает крайне редко, каякеры крайне редко тонут группами. Погибших было три человека. Значит, группа из пяти каякеров отправилась на первопроход реки. Они знали, что самая сложная часть во второй половине реки. Они очень долго пешком забрасывались на старт, обнаружили там высокий уровень воды, но решили, что как бы обратно выбираться будет очень сложно, и они попробуют плыть. Так вот, они плыли, пока вроде все было нормально, а потом начался сложный участок. Плюс воды было много, был реальный паводок, и, значит, один из участников вылез. Короче, и заплыл. Двое поехали его догонять. Другие двое решили, что для них это слишком сильно, слишком перебор, и зачалились по разным берегам в разных местах. В общем, кончилось это тем. Те, кто зачалились в разных местах, один выбирался под джунглям 2 дня, а другой 3 дня. Они выбрались, а те трое нет. Вот. Как бы не цинично это звучало, один пострадавший лучше, чем 2, лучше, чем 3. Вот. Всегда помните об этом. По-английски это звучит «you team victim». Соответственно, первое в безопасности должны быть вы, потом ваша команда, потом ваша жертва. Еще второе железное правило организации спас-работ. Чем проще, тем лучше. Очень многие спасательные работы провалились просто потому, что люди принимались градить какую-нибудь очень сложную фигню, у них тупо не хватало времени, у них тупо не хватало навыка. Потому что наградить сложную вещь, это нужно уметь и время, и навык, а что-то простое наиболее эффективно. И у вас наименьшее количество узких мест, когда вы делаете что-то простое. Сейчас я вам покажу пример, когда вот это правило «чем проще, тем лучше» отлично работает. Вот смотрите, человек заварился в такой плохой бочке. Вот, и он там конкретно так варится, несмотря на маленький спас-жилет. Вот его друг решил не доставать морковку, потому что кидать морковку в такой ситуации достаточно так себе. Он просто тычет его веслом, чтобы тот смог сориентироваться и схватить его за это весло. Ну вот и все спасение. Никаких лишних телодвижений. Просто потыкал его веслом, тот схватился за весло, он его вытащил. Все. Например, не знаю, плывет мимо вас человек. Вы, конечно, можете... Он адекватен, видно, что он в порядке. Вот, вы, конечно, можете кинуть ему морковку, но гораздо лучше будет сказать ему: «Дружище, плыви сюда, плыви сюда, плыви сюда!» И он таким образом возьмет и загребет. Это вот то, чему, отчасти, чему я учу на своих курсах, что... Особенно если у вас, допустим, много жертв, у вас там перевернулся катамаран четверка, и у вас плывет куча народу в воде, и у вас просто не хватает ресурсов на то, чтобы каждому кинуть морковку, вы вынуждены расставлять приоритеты, и адекватных людей вы должны стимулировать спасти самостоятельно. Греби сюда, давай, 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 давай. Соответственно, чем проще, тем лучше. Опять же, еще такой принцип спасательных работ, который... По-английски звучит очень классно. Speech, reach, throw, row, go. По-русски он звучит несколько по-другому. Значит, speech первое — это установить,
голосовой контакт, поговорить. То есть вот плывет мимо вас человек, говорит, давай, 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 давай сюда, давай сюда. Вот, раз, он зачалился. Если вы видите, что это не получается, что человек неадекватен или еще что-то. Следующее — это reach, как бы достигать. То есть, грубо говоря, если вот человек, не знаю, там, болтается в улове на противоположном берегу, там, крутится, и вы можете там по мостику, который находится там в 10 метрах ниже, перебежать к нему и схватить, подойти к нему, к этому улову, вытащить его на берег, то это нужно сделать. Соответственно, следующее — это throw, бросать. Если у вас не получается до человека добраться, грубо говоря, руками или веслом, как здесь, то ему надо что-то бросать, морковку, throw. Вот. Если вы видите, что ситуация такая, что морковку вы не добросите или она там бесполезна, то следующее — это row, грести. Соответственно, берем вашу посудину и догребаем до этого человека. И следующее — это go. Если вот это все предыдущее не работает, то это go, то это значит, что мы идем за помощью. Это значит, что сами мы уже не справляемся. Вот. Именно в таком порядке. То есть перед тем, как, грубо говоря, идти за помощью и привлекать посторонние силы, ну, может просто поговорить с человеком, сказать ему, давай, 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 греби, 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 вот это улова. Вот, чем проще, тем лучше. Смотрите, какой бы стиль у вас ни был в вашей команде, будь то авторитаризм, демократия, анархия или еще что угодно, как только начинается спас работы, все это резко превращается в тоталитаризм. Обычно это работает самостоятельно, без какого бы то ни было внешнего воздействия. То есть обычно тот человек, который берет на себя ответственность, он находится сам и начинает всеми командовать, а все остальные подчиняются, потому что они не хотят брать на себя эту ответственность. Вот. Обычно происходит так. Хуже, когда, конечно же, такой человек не находится. Но, в общем, единоначалие. Вам нужно установить хорошую коммуникацию с вашей спасательной командой. В процессе спас-работы вы должны коммуницировать. Спасение — это командный вид спорта. Вот, соответственно, один человек должен командовать всеми. Ты иди туда, ты стой с морковкой ниже по течению на случай, если этот человек поплывет, ты стой там и смотри вверх по течению, и, может быть, там, не знаю, приплывет следующая группа. Сейчас я вам покажу видео с хорошими спас-работами. И вот он, ну, на GoPro не видно, она искажает перспективу, но очевидно, что там один из участников намотался на дерево. И, в общем, человек начинает резко ускоряться и сделать что-то по этому поводу. Вот, на самом деле задача просто выковырять ее из лодки, чтобы она уплыла ниже, потому что ниже у них там, вон, видите, человек в лодке остался. Это как бы тот, кто страхует их снизу. Да, еще такая важная штука. Вот в подобной ситуации жертва будет говорить, мне неудобно, мне больно, пожалуйста, не делай этого. Вы должны коммуницировать с жертвой, но вы должны делать то, что вам нужно, потому что вам виднее, вы спасатель. Не нужно идти на поводу у жертвы. То есть если человек застрял ногами в камнях, и у него сломана нога, то вам придется сделать ему больно, чтобы его спасти. Понятно, он будет против этого, но гораздо лучше разбираться с человеком со сломанной ногой, чем с человеком, который утонул и еще и ногу сломал. Вот, соответственно, общаемся с жертвой, но делаем то, что нам нужно, а не то, что нужно ей. Это, кстати, вот тоже в той истории, которую мы обсуждали с Казахстаном. Один из нюансов такого, что сначала они хотели погнать катамаран и перечалить просто этого человека на катамаране. Но поскольку он был заместителем руководителя, он сказал, не-не-не, морковки, веревки. Его не надо было слушать, он жертва. Вот, видите, он по-прежнему общается, рассказывает все, что нужно знать людям с берега. Вот, он объясняет, что он собирается сделать и что нужно сделать ей. Вот, соответственно, дальше мы смотреть не будем, потому что там не очень интересно. Они, короче, его просто перечалили вот здесь вот и доставили на берег. Все довольны, все счастливы. Вот, это хороший пример спас-работ со всеми отмеченными стадиями и со всеми, в общем-то, сделанными акцентами на том, что было. Я не помню, как, чем там кончилось. По-моему, они кинули, он отстегнулся, на вторую морковку, он снова пристегнулся и перечалил.
Ну, в данном случае, например, в том, чтобы он сам не намотался на это же дерево и не оказался под ним вместе с жертвой. Так. Итак, если ситуация нестабильная, то есть человек находится вот в каком-нибудь таком неудобном положении, или там у него через голову льется вода, первое, что мы должны сделать, когда до него добрались, это стабилизировать ситуацию любой ценой. Упираемся во что угодно, и вот пытаемся его вытащить хоть насколько-то, чтобы освободить ему дыхательные пути. Это первый приоритет всегда. Соответственно, стабилизация, а потом уже все остальное. Если ситуация стабильная, то есть человек сидит там где-то, прекрасно дышит и сидит где-то посередине реки, то у нас есть время, торопиться не нужно, есть время подумать и сделать, и придумать, как это сделать получше. Сейчас еще один ролик. Тоже на тему того, что опасность в реке создает не вода, опасность в реке создает камни. Сейчас, не сначала. Ну вот, как бы речка с приличным очень уклоном, с кучей камней. Ну вот как-то там народ сплавляется по ней. Кто-то там переворачивается, но это вроде как не очень страшно. Вот, а смотрите, вот этот человек явно делает что-то не то, его тащит куда-то не туда, куда ему нужно. А, с этим все в порядке. А вот следующий. В общем, смотрите, его унесло не в ту протоку, куда нужно, и он там застрял. Вот такая ситуация называется запиниться. Английского слова тупин, застревать. У него нос лодки утыкается в дно, а корма лодки утыкается в то, что образует этот слив. Сверху наливается вода, человек оказывается в ловушке. Если вы думаете, что такое не происходит с рафтами и катамаранами, вы глубоко заблуждаетесь. Такое бывает. Вот смотрите, у него сейчас голова под водой, поэтому первое, что они должны сделать, это как-то сделать так, чтобы более-менее стабилизировать его. Они установили с ним контакт и выяснили, что он дышит. Соответственно, ситуация перешла в разряд стабильный, можно как бы чуть-чуть подрасслабиться и придумать хитрый план его доставания. Опять же, человек, руководитель спас работ, он рассказывает остальным, что нужно делать. Вот эта стропка, которую он достал, опять же, видите, он не пользуется морковкой. Он достал из кармана такую 5-метровую петлю из стропы. Вернее, стропа длиной 5 метров, а петля, соответственно, 2,5. Очень полезный девайс. Вот такая стропа с карабином. Применяется в миллионе разных случаев. Вот это один из них. А? Ну, как хотите. По-английски flipline, по-русски там переворотка, еще как. Вот, они кричат ему, давай, дружище, срывай юбку, потому что он по-прежнему в лодке сидит. Вот, но сил достаточно для того, чтобы выдрать его и так. Ну, да фиг с ней с водкой, неважно. Тут как бы в такой ситуации вообще наплевать на водку. Смотрите, если вы сплавляетесь на каяке и, не дай бог, попали вот в такую вот ситуацию, то если вы сорвете юбку, водка начнет заливаться водой. Она может начать деформироваться вместе с вашими ногами. Поэтому по возможности вытаскиваем коленки из упоров, упираемся в пиллерс посередине. Только после этого срываем юбку и сразу оттуда сваливаем. Вот они его достали, водка залилась водой, и ее там, в общем-то, промыло. Вот тоже неплохой пример. Значит, смотрите, чтобы вести хорошо спас работы, в общем-то, чтобы освоить любой навык, будь то, не знаю, спас работы, сплав на каяке, сплав на катамаране, приготовление плова или тантрический секс, нужно несколько пройти нехитрый путь, который состоит из тренировок. То есть кто-то должен вам показать, как делать правильно и проконтролировать, чтобы вы под его присмотром сделали это правильно. После этого вы переходите к практике. Соответственно, после этого вы начинаете вот это вот то, что вы, чему вы научились, где-то практиковать в учебных ситуациях, в боевых ситуациях, в любых ситуациях. Вот после того, как вы много-много раз это повторите и отпрактикуете, у вас появится опыт. И только после того, как у вас появится опыт, у вас появится следующее, это возможность, способность принимать правильные решения. То есть, если это касается страховки, а не приготовления плова, то это где поставить морковку, нужно ли здесь ставить морковку, как выбрать тот улов, из которого удобнее стартовать на перехват плывущей жертвы и так далее.
Вот, у нас в России обычно все сразу начинают с опыта, без тренировок, без практики, без нифига. Вот это вот, как, знаете, как бросить человека посередине речки в воду и сказать «плыви». Вот, это сразу опыт. Вот, конечно, можно так научить, можно, но получится, скорее всего, фигня. Вот, гораздо лучше в бассейне на каком-нибудь ровном месте сначала показать ему и посмотреть, как у него получается, а потом поплавать где-нибудь на мелководье. Вот, и только потом уже оказываться на глубине. Соответственно, тренируйтесь, учитесь кидать морковку. Например, офигенное упражнение, которое должен сдать каждый претендент на гордое звание рафт-гида по версии Международной федерации рафтинга, заключается в следующем. Ты стоишь с морковкой в удачном месте, рядом улова, тут струя, к тебе плывет жертва. Плывет она там метрах в 10-12 от берега в идеале. Ты кидаешь ей морковку. Жертва ее берет, твоя задача зачалить ее в улова. То есть ты проводишь вот эту самую морковку. Как только человек оказался в улове, он ее отпускает. Потому что через 20 секунд, через 25 секунд после того, как стартовала первая жертва, стартует вторая. И времени на то, чтобы собрать морковку, веревку в мешок, уже нет. И твоя задача как бы с хвостового конца сложить ее кольцами. И, значит, когда плывет жертва, кинуть ей эти кольца и выловить вторую жертву и добиться с ней телесного контакта, схватить его за плечо. Вот. Не поленитесь и выберите день в вашем походе или съездите в Лосево и сделайте такое упражнение. Вот, до тех пор, пока у вас не начнет получаться. Ну, просто потому, что кидание морковки — это критически важный навык, которым люди очень часто уважают. А для того, чтобы не уважали, нужно, чтобы они тренировались. В своих турах я проводил такое упражнение. Мы просто кидали морковку в лежащий гермомешок там, на расстоянии 12 метров. У нас было такое правило, кто попал 10 из 10, тому я покупаю ящик пива. Я проводил это в каждом своем туре, начиная с 2009 года. Как вы думаете, сколько ящиков пива я проиграл? Два. На самом деле два. Первый выиграл инструктор детского туризма из Санкт-Петербурга, а второй выиграл ну, просто парень, у которого хорошо получалось. Но, соответственно, это все равно там больше, чем сотни, наверное, человек, которые кидали. То есть промахиваются все. Вот. Нужно тренироваться. Вот, отработайте все, что можно отработать до похода. В Москве это несложно. Ну, там, здесь можно там в спортзал походить, на сквадрон походить, в грибную яму походить, по Яузе поплавать. Там, если не хватило, съездите в Лосево. Вот, небольшая минутка рекламы. Я веду курсы безопасности на бурной воде. Вот, хотите, присоединяйтесь к моим курсам. Там мы все вот это вот будем делать. Ну вот сейчас я только что из Лосева вернулся. На следующей неделе я еду в Екатеринбург на порог Ревун. Там для екатеринбургских чуваков буду проводить курсы. Ну вот поближе нужна вода текущая. То есть поближе у нас есть Акуловка, но там сейчас нет воды, потому что сухое лето. Поэтому Лосево, наверное. Лосево — отличный вариант. Ну как, есть группа, так и, в общем-то... В общем, если у вас 6 и более человек, пожалуйста. Да, отлично, подписывайтесь. Вот тут мои визиточки. В общем, от 5 до 7 тысяч зависит от количества народу в группе. Это 7 тысяч. А если больше 10, то 5. Давайте я сейчас закончу лекцию, а потом, в общем, я вам дам свою визитку, там все написано. Хорошо? Вот, соответственно, отработайте до похода все, что можно, и что нельзя тоже. Значит, давайте все закругляться, время уже позднее. Значит, итого, весь риск в нашем занятии, он очевиден и контролируем. И только вы решаете, какая степень риска приемлема для вас. Только вы отвечаете за вашу собственную жизнь. Ни ваши друзья, ни ваша команда, ни МКК, ни ваш гид, никто. Только вы сами. Ваша безопасность начинается задолго до того, как вы оказались на реке. Она начинается с вашей физухи, с вашей техники, с ваших специальных навыков. Тренируйтесь. Общая физическая подготовка, специальная туристическая подготовка, первая помощь, узлы, скалолазанье, морковки, спасение, мои курсы. Нет никакого секрета. В общем, чтобы... Хорошо сплавляться или хорошо спасать, нужно просто много сплавляться и много спасать. Нужно много тренироваться. Километры делают чемпионов. Никакого секрета нет. Значит, удачи вам без военного сплава. Надеюсь, что то, что вы узнали, вам никогда в жизни не понадобится. Спасибо магазину «Спортмарафон» за такое офигительное место. Спасибо Антону. Еще 3 минутки. Вот. Собственно, сам магазин находится вот напротив, через дорогу. Там есть много всего интересного, в том числе мой путеводитель по бурным рекам Алтая можете там купить. Вот тут моя визитка, если вы захотите со мной съездить в туры или там принять участие в каких-то мероприятиях, вот тут есть все мои контакты, обращайтесь.
Если есть какие-то вопросы. Ну как, берешь, вот ты ее закрепил, и кидаешь ее, и смотришь, куда она тебя выводит. Если она по дороге не цепляется за какие-то коряги, там, камни, это уже хорошо. Смотришь, куда она приводит, в конце концов. Типа, ну, в идеале она должна приводить Вулова, но мы должны понимать, что мы никогда заранее не знаем, как бы человек, на где схватится, за конец этой морковки, за начало этой морковки, за середину этой морковки. Ну, это само собой, да, да. Не, сейчас вопрос-то про промеривание. То есть, соответственно, мы должны посмотреть, куда вот эта морковка маятником прибилась, и где она находится, вот, и что там есть вообще. Может там человек вылезти или не может? Еще вопросы? Естественно, естественно. Ни с жертвой, ни спасателю нельзя, потому что это травма кисти. Ну да, то есть просто держим руками. Ну, не бывает такой ситуации, чтобы ты взял и потерял сознание. Если ты болтаешься на морковке настолько долго, что у тебя не хватает кислорода, чтобы потерять сознание, это значит, что ее нужно было отпустить очень-очень сильно давно и раньше, потому что она неправильно стоит. Обычно, ну вот длина морковки эффективная, мы выяснили, 15 метров. Вот эти 15 метров маятником, ну это считанные секунды. Это там раз, два, три, четыре, ты в улове. Вот. Если ты при этом как бы держишься за эту морковку и досчитал уже до 5, но при этом ты по-прежнему находишься под водой, никакого воздушного кармана вокруг каски у тебя нет, и тебя рвет с этой морковки, значит, что она не так поставлена. Надо ее отпустить и дальше спасаться самостоятельно. У меня обоюдоострый нож с затупленным кончиком, чтобы если он там выпадет, и там он не повредил мое снаряжение и меня самого. Вот, но при этом он обоюдоострый, чтобы мне не нужно было думать, с какой стороны у меня режущая кромка. С стропорезом такой нюанс, что лучше его располагать на спас-жилете так, чтобы он вынимался куда-то вниз или вбок. Потому что если он вынимается вот сюда, то очень высока вероятность, что вы все ухо отрежете. Как бы я не привязываю, но я слышал версии, что типа привязывание допускается. Но у меня нет по этому поводу мнения, подкрепленного чем-нибудь. Вот, надо понимать, что стропорез — это, по сути дела, одноразовый предмет. Да? То есть если уж дошло дело до того, что вам там нужно что-то, короче, резать, то хрен бы с ним, что вы его потом потеряете. Блин, если у вас в походе несколько ситуаций, когда вам нужен стропорез, значит, вы что-то делаете не так. Еще вопросы? Ну, смотрите, надо делать так, как вам удобно. Здесь нет никаких жестких рекомендаций. Вот чтобы понять, как быстрее, вам нужно взять и попробовать. Ну, смотрите, нет правильного движения. Есть несколько вариантов. Можно вот взять его за цевьё и грести вот так. Это раз. Можно взять его за тэшку, тэшку положить сюда и грести вот так. Оно там сзади болтается. Но на сильной струе его оторвет. Можно взять его вот так же, как вы держите его на катамаране, и делать такие подтяги. Вот. Это немножечко неудобно, но на самом деле достаточно эффективно. Да, это работает прекрасно. Опять же, попробуйте и найдите тот... Ну, хорошо плавать хорошо. Вы должны для себя решить. Попробовать и решить для себя, какой вариант вам предпочтительнее. Вот, попробовать лучше заранее, до того момента, как вы окажетесь посередине порога с этим весом, будете думать, как удобнее. Ну, есть... Ну, есть, скажем так, вот рекомендации. Можно делать так, так, так и так. А как, решите сами. Вот, то есть жесткого правила вот так вот лучше, потому что это позволяет на 15% эффективнее грести, нету. Ну, надо пробовать, надо пробовать. Практика мерила всего. Вот вы попробовали, и как вам удобнее, так и делайте. Ну что, поблагодарим за лекцию. Спасибо, что пришли сегодня, несмотря на дождь. Мы всегда рады видеть вас. Несмотря на футбол.